Так, друзья, всем привет. Всем привет. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста. Всех рад видеть в первую очередь. Надеюсь, меня слышно хорошо. Давайте сделаем на весь экран. Так, напишите, пожалуйста, как мне слышно, видно, все ли хорошо, со звуком все ли в порядке. Так, вижу, пишет привет всем, привет. Пишет окей, хорошо, супер. Нас сейчас смотрит 82 человека. Отлично, Ярослав написал хорошо видно, а, супер. Еще раз всем привет, рад вас всех видеть, спасибо большое, что присоединились на трансляцию. Хочу вас попросить, пока, перед тем как мы начнем, поставить лайк трансляции, если если вам не сложно. А, вот. Так, ребят, всем привет, привет. Буквально там 30 секунд и мы начинаем. План у нас сегодня какой? У нас сегодня план от регистрации, да, то есть у нас будет два вебинара, вебинар первый – это сегодня, и завтра в это же время второй вебинар. А сегодня мы пройдемся по регистрации, начиная с компании, вернее, с аккаунта компании, торговой марки, бренда, то есть это мы все покроем сегодня, вот. А завтра у нас по плану – это поиск продукта, поиск поставщика, договор с поставщиком, доставка товара, продвижение на Амазоне, ваши первые шаги, вот. То есть э, завтра у нас уже такой более практически да, будет э, работа. Сегодня все, что касается регистрации. Ну и плюс, конечно же, отвечу на вопросы на все ваши. Я думаю, что уже в конце вебинара э, все вопросы, которые у вас будут, вы пишите в чате, и я уже по ходу дела буду, скорее всего, в конце это все отвечать. Э, вот, что еще хотел сказать: да, буду отвечать на вопросы. Э, по сегодняшней теме, конечно, конечно. Все вопросы пишите. Если я там вдруг пропущу ваш вопрос, то я вас попрошу еще раз его потом продублировать, э, ну чтобы как бы да его я его увидел. Вот. Э, окей. Итак. Э, да, запись Роман спрашивает Роман. Да, я вижу, что все просили запись. Наверное, я все-таки оставлю запись вот здесь в Ютубе у себя. Да вкладочка трансляции будет, там все будут записи. И, ребят, смотрите, я уже делал похожую трансляцию, вебинар, скажем так, 8 месяцев назад, возможно, вы тоже видели, да, частично. Кое-какая информация по регистрации обновилась, да, там и адрес, как получить в США, и по компании информация обновилась, поэтому я думаю, что вот круто то, что у нас еще есть возможность пообщаться сегодня, и я вам всю информацию обновлю. Окей. Так, сейчас я перейду на презентацию. Так, поставьте лайк, пожалуйста, кто еще не поставил. Так, хорошо, меня слышно. Видно. Еще раз напишите, поставьте один, если да, потому что я сейчас переключил экран. Поэтому э, напишите, пожалуйста, видно или нет. Один, да, все супер. Э, Елена, вебинар будет идти. Где-то 2-2,5 два, два часа. Ну, вот, плюс-минус. Наверное, 2 часа. Вот можно сказать. Если еще будут вопросы, ответы на вопросы минут 30 точно будет. Поэтому вот это время плюс-минус будет. Все, единички. Все, всем спасибо. Окей. Так, тут мне, конечно, не подгрузилась картинка. Мы работаем два дня, да, то есть сегодня и завтра в это же время. В это же время мы встречаемся, все будет опять же в лайве. Это все лайв, это не запись. Окей, хорошо. Итак, план работы на сегодня следующий. Мы регистрируем, обсудим регистрацию сайлер-аккаунта, Uh, покажу, как на физлицу, как на компанию. Там есть небольшие изменения. Uh, вот, регистрации адреса в США. Тут вообще все поменялось uh, с предыдущей трансляции, которую я делал 8 месяцев назад. Uh, обсудим также регистрацию компании, в каком штате я вам порекомендую. Uh, варианты регистрации торговой марки здесь также кое-что поменялось. То, что уже раньше уже не работает сейчас, нужно, поэтому я вам все расскажу. А регистрация бренда также поменялась. Там уже можно требовать больше документов, чтобы зарегистрировать бренд регистр. Если раньше там было достаточно а, только инвойса и фото, то сейчас там еще и другие появились моменты. Ну и в конце я отвечу на ваши вопросы. А на самом деле вы можете по ходу писать вопросы. Если что, я могу, я, у меня есть чат перед, перед, перед глазами. Я, возможно, что-то буду по ходу отвечать, если будет на эту тему, которую я буду сейчас ну, объяснять. да, Ну или же в конце. Посмотрим. Давайте познакомимся. Напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, работаете. У вас бизнес? Возможно, у вас какой-то есть бизнес, и вы планируете с этим бизнесом выйти на Amazon. Если не можете в двух словах написать, было бы очень интересно. Когда отворачиваюсь, звук ухудшается. Понял, понял. Тогда я буду стараться не отворачиваться. Это, видимо, на презентацию, когда поворачиваюсь, буду вот так сидеть. Так должно быть хорошо. Так, кто-то работает. Э, э, изучаем детально Amazon перед стартом. Супер молодцы. Кто-то уже работает. Кто-то... Э, я, Юб, скоро собираюсь начать курс с вами. Супер. Да, по-моему, мы с вами переписывались, не ошибаюсь. Во, инженер нефтегазовой отрасли. Класс. Я тоже ну, инженер-технолог, так сказать, по специальности. Трак-драйвер кто-то, да, круто. Изучаю, кто-то коллектор. <laughs> Я понял, да, Ярик. Я понял, кто это коллектор. <laughs> Окей, изучаем Amazon, делаем рекламный рилс. Круто. Кстати, это вам поможет 100%. Сейчас вот все подвязано к TikTok, особенно в США. Поэтому да, переписывался, сколько. Подпишу контракт. Ага. Менеджер в отеле. Мы также готовимся до старту. Супер. Мелкий строительный бизнес, эти компании, о, класс, делаем сайты в Украине, сейчас планирую дополнительно изучить Amazon для начала продаж. Вот, ну круто, вообще класс, все в разных сферах, особенно мне понравился коллектор, о, художник, также супер, ребят, спасибо большое. Окей, okay. отлично, хорошо, вкратце обо мне, возможно, кто-то следит за мной, кто-то нет, я занимаюсь продажами на Амазоне по модели Private Label, то есть я не занимался ни дропом, ни онлайн-арбитражом. Да, сразу говорю, я в этом не эксперт. Я занимаюсь, сначала начал работать с Private Label, и сейчас уже работаю только с Private Label. Да. Потому что как бы для меня Private Label — это самая актуальная модель. Мы еще поговорим чуть позже. За прошлый год я запустил более 50 продуктов по модели Private Label. В основном это ниша Home and Kitchen и Baby. Ну, также, если, возможно, кто-то из вас следил за мной в Ютубе, я также сейчас запустил реалити проект, где я вот буду запускать продукты с нуля. Я вам это все покажу. Да, покажу продукты, покажу магазин свой, там сайт, все расскажу, покажу. Вот это будет классный проект. Следующий выпуск будет через где-то 2-3 недели. Я там уже конкретно покажу по продуктам вам больше информации. Я думаю, это будет классно. Для вас будет полезно вот узнать очень много каких-то моментов, которых, возможно, вы до этого не знали. Да? То есть на собственном примере, так сказать. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вдруг кто-то не подписался а, на YouTube канал. Вот, также у меня есть обучающая программа. Вот, я написал здесь. А, вот. Поэтому, в принципе, здесь есть сайт, также есть мои соцсети. Пожалуйста, подписывайтесь. Telegram-группа, инстаграм, э, которым я также делюсь разной информацией полезной, надеюсь. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь э, на мои соцсети. Вот. Если кто-то оставит сторис этого вебинара, там, не знаю, как вы смотрите вебинар у себя в посте, то как бы предлагаю, можем там, не знаю, созвониться на 10-15 минут, отвечу на какие-то ваши вопросы. Те, кто сделает, давайте так. Кто, кто отметит меня в сторис у себя, в инстаграме, да, вы снимите, как вы смотрите этот вебинар, то мы сделаем потом с вами какой-то короткий созвон, там, по телеграмму, например. Думаю, вам будет полезно какие-то, вы получите ответы на свои вопросы. Вот, окей. Так, у кого-то свой интернет-магазин 15 лет, крутяк. Вообще круто. Ну, у вас, значит, должен уже быть опыт Алекс в запуске. Так, друзья, вкратце, моей истории я долго не буду рассказывать, растягивать. Не переживайте, мы сейчас буквально там одну, две, три страницы и уже начнем конкретно работать. Окей, не переживайте, тут не будет целая презентация обо мне. Вот до этого я 13 лет работал в крупной компании, как региональный коммерческий директор, занимался обучением персонала, продажами бюджетированием, открывать, открывал магазины новые. Да, вот у меня фотография, где мы в Китае, вот в Шенжене, открыли новый магазин, это одежда. Вот. Потом как бы, у нас цель с женой была да, уйти в онлайн, потому что у меня было 13 лет работы, я очень устал, от, от, от не скажем так, не от путешествий, а от постоянных командировок. Да. И постоянно не было дома, поэтому была цель это запустить Amazon, вот, и, конечно же, зарабатывать не то, чтобы цель Amazon, а в целом запустить бизнес онлайн, да, зарабатывать в долларах, так сказать, как многие сейчас модно говорить. Вот. И, соответственно, как бы для меня после анализа всего рынка, я понял, что Amazon как бы на тот момент, да и сейчас, можно сказать, это самый оптимальный вариант. Да. Вот. А вот один из моих первых продуктов, который я запускал. Возможно, вы также знаете, кто следит за мной в Ютубе. Я часто его показываю. Вот, это diaper bag, такая сумка для подгузников. Сейчас я уже ее не продаю, сразу говорю, да, то есть я уже там, продал этот бизнес давно. Вот. Но опять же, это тоже классная бизнес-модель, то, что вы запускаете продукты, да, вы запускаете бренд, да, вы строите бренд, развиваете его, а потом со временем вы можете продать. Есть очень много сайтов, где вы можете это продать и за очень хорошую сумму. Вот, поэтому это тоже как бы цель ваша должна быть. Не просто там запустить, да, а цель там через 3-4 года сделать экзит и продать за хорошие деньги. Вот. Окей, вот еще раз мой инстаграм, друзья, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Сейчас я еще продублирую ссылочку вам в чат и уже приступим к работе. Так, друзья, сейчас я вам продублирую ссылочку в Telegram и в Instagram. Друг, кто еще не там, пожалуйста, присоединяйтесь и начнем работу. Так, я вот я скинул вам две ссылки. А, случайно. Так, Елена, а давайте сейчас мы будем делать. Вот сейчас будет, как раз мы приступим к регистрации и вам все отвечу. Вот, ну или, возможно, вы свой ответ увидите вот в регистрации. Николай тоже и по кредитке, и по дебет-карт. Я вам все расскажу, в служ... каких случаях подходит, каких нет. Так, хорошо, друзья, все. Ну, давайте еще вкратце. Да, расскажите, какие у вас цели на Amazon? То есть вы хотите сделать это как бы основной бизнес у вас или вы хотите как дополнительный заработок? потому что тоже как бы для меня это важно понимать, и чтобы вы тоже понимали, что не строили какие-то иллюзии, да, вот, я это стараюсь и видео постоянно говорить, реальность какая на Амазоне, то есть нужно понимать, что там вы не заработаете там в первый месяц, там не станете миллионерами или не знаю там, и, то есть вложите там какие-то деньги, да, и сразу вы там их не сможете достать за первый месяц, то есть вы должны понимать, что у вас должно быть, у вас придет какое-то время, то есть там три месяца, полгода, да, Пока вы, и вам все это время нужно вкладывать, там, реинвестировать деньги, да, что-то заработали, продали, потратили частично на рекламу, там, купили продукты еще. Да, то есть это вот такой процесс. Вы тоже должны это понимать. Потому что это не так. Мы запустились, и все, через месяц я там уже заработал 10 тысяч долларов, и все, я крутой. Нет, так она не работает. Вот, поэтому кто-то пишет основной, дополнительный, желательно основной, пассивный доход, основной бизнес в Европе. Окей, Европа тоже развивается, супер. Как основной? Слава пишет. Супер. Основной через год. Это уже реальность. Это уже вполне реально. Дополнительно э, Николай пишет, доход через год. Уже есть опыт работы с Китаем и создание своего бренда. Это хорошо, что у вас есть опыт работы с Китаем, потому что это вам пригодится. Вот. Хотелось бы основной, Дмитрий пишет, мне интересны люди, которые открывают бизнес как дополнительный. Какой у вас основной доход? Ну, понятно. Может, кто-то вам ответит. Так, э, в чате. Основной, если пойдет, будет ли запись? Да, Денис, запись будет. Я оставлю, конечно, запись в YouTube, вот, в разделе трансляции. Окей, okay, друзья, все, я надеюсь, у вас тоже иллюзий нету по Амазону, потому что нужно понимать, что как бы, здесь серьезные инвестиции, да, и не стоит там э, как бы, нужно понимать, что мы строим бренд в другой стране с нуля, да, то есть в совершенно другой стране мы строим бренд. Поэтому, конечно, здесь нужно время, пока вы наберете количество отзывов, когда у вас уже начнет понимание, что с рекламы работает, а что не работает. А это все нужно время и деньги, естественно. Окей, okay. давайте немножко пройдемся по статистике. Буквально 2-3 слайда по самых таких а, а, обновленных, свежих, которые вот я нашел в интернете. Я хочу вам их рассказать, показать. Это статистика продаж Амазона, всего Amazon, всего Amazon.com, ну, то есть всех, всех, стран. Да? За а, 2023 год мы видим, что он продал на 554 миллиарда. Это 7,5% к 2022. То есть что мне очень важно здесь вам показать, что каждый год был прирост. То есть не было ни одного года, чтобы Amazon продал хуже, чем в предыдущем. Да? Не было такого года, как мы видим по этому графику, там, с 2004 года и до 2023. Поэтому э, как бы это ответ на, на тот вопрос, а может, стоит ли заходить на Amazon? То есть сейчас уже много конкуренции. Вот там, если бы я зашел в 2015 там я бы еще сейчас уже бы много зарабатывал. Вот, как бы стоит. Просто важно подойти грамотно к поиску и анализу продукта. Вот это сейчас самое важное. То есть можно не угадать, не то чтобы не угадать, неправильно проанализировать нишу, неправильно рассчитать маржинальность товара, там, рекламу, стратегию не расписать до да, запуска и продвижения, то, конечно, вы можете как бы и потерять деньги на Амазоне. Но, как мы видим, спрос на Амазоне растет, и он еще будет расти, все идет в онлайн. Да? Amazon самая большая площадка в США. Вот. Поэтому мы видим, что каждый год продажи все растут и растут и растут. То есть, как бы, поэтому я считаю, что стоит, но нужно правильно, грамотно отнестись к поиску продукта. Не стоит здесь спешить. Завтра мы также обсудим кое-какие важные моменты по поиску продукта. Так, топ страны по продажам в 2023, тут не, не поменял. Вот США, Германия, Великобритания, Япония, топовые страны, которые вот по объему продаж мы видим, что США на первом месте, потом идет европейские страны. Да, да Европа развивается. Мне многие спрашивают, Андрей, вот я хочу в Европе зайти, стоит мне Европу или США, что лучше? Ну тут нет, что лучше, понимаете? То есть понятно, что США, вы сами видите по цифрам. Даже если все европейские страны взять все, все вместе, это как бы, ну, США будет в 10 раз все равно больше. Да? Это с одной стороны. Да, с другой стороны, в Европе а, конкуренция поменьше. Это факт. Да? То есть и Европа развивается. В плане онлайна, да. Но, тем не менее, все равно в США вы быстрее выйдете на, на какие-то продажи, которые вы для себя запланировали, там, на 20 тысяч долларов в месяц, да, там, на 30, через какое-то время, да. То есть вы вам быстрее это, вы, быстрее выйдете. Плюс в США более легче с компанией, с налогами, понятнее, чем в Европе, потому что для продажи в Европе вам нужно будет обязательно компания в Европе. Вот. В США можно работать, конечно, как физлицо, хотя это не очень выгодно, но, тем не менее, это можно, но в Европе нельзя. То есть в Европе нужно открывать компанию 100%. Вот. Так, по категориям, смотрите, по категориям, то, что бы я советовал, в принципе, я это и в своих видео часто говорю, да, там Home and Kitchen, там Baby Pets, в принципе те продукты, ну, те ниши, которые я вот советую заходить. Особенно Home Kitchen, она очень-очень большая. Это не просто там какие-то свечки продавать. Нет, она очень большая. Там раздел для кухни, для ванны, для дома, для спальни, гарден, да, то есть э, гараж, то есть у всех дома в США. Кто -то, многие, кто в США живет, как бы знаете, что там у всех большие дома в основном, много комнат и все, что, все нужно для, для дома, да. Поэтому ниша очень большая. Я для себя там продукты ищу. Вот сейчас тоже буду искать продукты в основном в этой нише. Поэтому и вам также рекомендую эту нишу. Ну, также есть такие ниши популярные, как beauty and personal care. Если у вас есть опыт в этом, вы понимаете, то, соответственно, вы можете, конечно, тоже попробовать. Одежда, обувь. Там, в принципе, легко начать и получить какие-то первые хорошие результаты, но там минус в том, что большой процент возврата. То есть ну, как большой. Для онлайна, в принципе, он нормальный, да, там 20-25% возврата. Вот. Но, тем не менее, Amazon очень лояльно идет навстречу клиентам всегда. Даже если клиент решит вернуть, не знаю, там, через три месяца товар, да, Amazon все равно лояльно к этому очень относится. Хотя по законодательству, там, например, месяц. Да, вы можете там пожаловаться, сказать, что вот нет, уже прошло время, окей. Ну, клиент может оставить вам плохой отзыв. Тоже как бы не хочется, да, вот, поэтому одежда. Если у вас есть опыт, да, окей, вы можете попробовать. Там особенно какие-то платья хорошо продаются, XL size очень хорошо продается, все что для да, крупных девушек. Вот там очень классно продается одежда, поэтому, конечно, можете попробовать. Но сразу говорю, бюджетируйте там возвраты там 20-25 точно. Вот. Health, household and baby care хорошая ниша. Sports and outdoors здесь не только спорт, но здесь вот также все что для тревела для путешествия. Опять же, в США люди любят путешествовать, взять какую-то большую машину, да, там дом на колесах и поехать куда-то с семьей. Опять же, там куча разных мелких продуктов, которые можно там продавать. Это очень классная ниша. Тоже рекомендую. Она очень сильно развивается. Arts, Crafts and Sewing тоже неплохая ниша. Это все что для шитья, там не только для шитья, а там достаточно она большая. Pet supplies — хорошая ниша, но очень много конкуренции. Очень много конкуренции. В основном очень много китайцев, которые сидят, продают там разные небольшие продукты, какие-то там силиконовые, не знаю, игрушки и тому подобное для животных. Поэтому, когда будете заходить, внимательно смотрите на это, анализируйте этот, эту нишу. Ну и baby — также неплохая ниша. Тоже для себя выделяю baby. Uh, так, смотрите, почему мне выгодно как физлицо. Да, я объясню. Я объясню сейчас буквально через 2-3 слайда. Я вам объясню, почему лучше uh, работать как uh, компания. То есть я вам расскажу плюсы и минусы, и вы поймете. Uh, вот. Так, друзья, вкратце по бизнес-моделям да, и стратегиям продаж на Амазоне. Pride Lab, то, что мы сегодня обсуждаем, да, и то, что я вам расскажу. Это когда мы создаем свой продукт, да, регистрируем свою торговую марку, регистрируем бренд на Амазоне, клеим там свой логотип, кастомизируем упаковку, кастомизируем товар и продаем. Да, то есть зацениваем себя, что мы как бы производитель, мы как бы такой-то классный большой бренд, и как бы это правит label. Да. Мы, как бы, сами, мы сами отвечаем за свой продукт, у нас свой отдельный листинг, это не онлайн-арбитраж, где мы присоединяемся, так сказать, к продуктам, в которых нет э, брендов, да, вот, и здесь нужно постоянно делать ресерч в онлайн арбитраже. В Private Label мы можем с одного продукта делать очень классные продажи. То есть вы когда начнете, возможно, вы уже анализировали с помощью Helium 10 или будете, вы когда откроете и посмотрите эти цифры, сколько там делает какой-то один продукт, там сотни-сотни тысяч долларов в месяц, всего лишь на одном продукте. То есть там не надо миллион продуктов запускать. И я вам тоже не рекомендую, кстати, если вы только начинаете, не запускать сразу там 15 продуктов. Окей, там 2, 3, 4 продукта можно, да. Возможно, какие-то вариации, цвет или еще что-то. Но не запускайте слишком много. Вот. Потому что private label нужно делать step by step все. И бюджета вам меньше будет, конечно, если вы запустите, например, один продукт в трех цветах. В принципе, окей. Опт, wholesale 26%, да, это когда люди покупают оптом продукты других брендов или дистрибьюторов и продают на Амазоне. То есть, опять же, да, неплохая бизнес-модель, но все, что вот минус wholesale и онлайн-арбитраж в том, что здесь очень маленькая маржа вот если по сравнению с private label, очень маленькая маржа. Да, вы можете делать большие обороты, но зарабатывать очень мало. Вот. Поэтому, да, и в случае онлайн арбитража вам нужно постоянно делать ресерч новых продуктов, постоянно на стоп, на стоп, на стоп, на стоп, очень много тратить времени. Вот. плюс в последнее время бывают и, и разные деактивации аккаунта, и баны, которые будут на арбитраж. То есть не сказать, что это постоянно так, но бывают случаи, да, намного больше, чем private label, намного. Ну и дроп до сих пор дроп еще работает. Дропом еще люди пользуются дропшиппингом, но официально и он запрещен на Амазоне. Официально он запрещен. Поэтому поставил, что нет. Я вам не рекомендую его даже начинать. То есть, поэтому что он запрещен Амазоном. Да, кто-то там кого-то, кто-то еще продает, но банят. Забанят аккаунт и все, можете забыть о Амазоне. Вот. И методы работы на Амазоне. 89% продавцов работают как FBA, то есть они отправляют свой товар на склад Амазона, и Амазон хранит свой товар у них на складе, обрабатывает его, доставляет клиентам, коммуницирует с клиентом то же самое Амазон. Если есть какие-то вопросы, обычно клиенту коммуницирует с Амазоном напрямую. То есть вы не, в этом не участвуете. То есть вам не нужно знать там, не знаю, английский язык идеально, вам не нужно ни с кем общаться, понимаете? Это все делает Амазон. То же самое и возвратами. Он тоже занимается возвратами, обработкой возврата и так далее. Вот. 32% клиентов, то есть почему тут больше 100, потому что тут, тут кто-то работает по об, 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 обоим методам. Вот. А, 32% работают как FBM, а когда вы храните товар и отправляете его клиентам со своего склада в США. Возможно, это преп-центр, возможно, вы там живете в США, у вас есть гараж, вам выгоднее хранить товар у себя дома, отправлять через UPS доставкой клиенту, да, то есть можете также тоже как бы работать по FBM методу. А, ну, то есть я бы вам рекомендовал, вот, да, если вы не в США работаете, начинать только как FBA, 100% как FBA, да, потому что клиент сразу получает prime, prime доставку. То есть прайм доставка это когда он получает доставку в течение там, суток, двое, трое максимум, да. Когда ваш товар Amazon получает на FBA склад, вот вы отправили, например, с Китай, там, тысячу единиц, да? он вам сказал, отправь меня на такой-то склад, на один или два склада, например. Он получил товар, а потом он берет и распределяет ваш товар там, на 30 разных складов то есть, да, он распределил ваш товар в каждый уголок США, чтобы клиент, когда заказал, он получил там максимально быстрый товар, понимаете? По FBM так не получится, конечно, если вы там где-то живете во Флориде, да, у вас там гараж, окей, вы с гаража там отправляете какой-то на север, и, конечно, оно будет дольше идти, вот. Поэтому, как правило, FBM работают те, кто продает крупногабаритные продукты, да, которые невыгодно хранить на Амазоне, потому что Амазон, к сожалению, повышает каждый год, повышает свои комиссии на хранение, на обработку заказов, то есть FBA-комиссия. Все это повышается каждый год. Вы когда начнете продавать, вы увидите каждый год получение письма, что там new fee, да, new Amazon fee. Что-то он повышает, где-то что-то он уменьшает, но в итоге, конечно, оно все повышается. Поэтому то, что я замечаю сейчас, многие продавцы, многие, особенно китайцы, я замечаю переход на FBM. Хотя у них даже небольшого продукта размеров переходят постепенно на FBM. Опять же, нужно считать: то есть вы можете сделать просчет, посмотреть, какие комиссии у вас будут по FBA, да, сделать какой-то просчет с при центром кто занимается отправкой товара, посмотреть, что будет дешевле. И дальше отталкиваться. Если вы видите, что FBM намного будет экономнее вам, то есть, соответственно, наверное, вам лучше даже FBA, FBM, да, получается, стартовать. Но опять же, вначале я рекомендую FBA, потому что легче и быстрее это все будет, а потом вы уже сами разберетесь, что для вас лучше. Так, страны, где можно продавать. Вот список стран. В принципе, вы можете зайти в Google и написать. единственное, что я хотел бы здесь обратить внимание, что если вы регистрируетесь, например, на amazon.com, вам сразу доступны вот эти страны. Amazon Канада, Amazon Мексика и вот Amazon.com Бразилия. Да? То есть вы сразу доступны эти страны. Если вы регистрируетесь где-то вот в Арабских Эмиратах, то вам сразу доступны и другие страны. Вот эти, да? То есть Азия и Европа. Какую-то еврейскую страну а, зарегистрировались, соответственно, все страны остальные будут уже доступны вам. Вот. Что еще хотел бы обратить внимание? Обратите внимание также на Эмираты рынок, да, потому что он растет достаточно, хотя сейчас там и показатели небольшие, да, но э, рынок достаточно растет. Amazon там покупает какие-то крупные склады под FBA. То есть не просто так он покупает. Да? Соответственно, у него есть какие-то планы на этот рынок. Поэтому я его тоже анализирую постоянно, но скажу так, пока еще не вижу там каких-то больших цифр в продажах, но пока что там продается только что-то расходники так, такого плана продукт на everyday, да, чтобы не в супермаркет идти, заказали на Amazon какие-то там, не знаю, салфетки там или еще что-то вот такого плана, и оно как бы пришло быстро, там, и вам не нужно там ехать в какой-то супермаркет. Вот. Но тем не менее рынок развивается, Amazon не просто так покупает такие крупные склады под FBA, поэтому а, тоже обратите внимание. Окей, а, друзья. Хорошо, еще буквально там два слайда, и у нас будет регистрация. Нас сейчас смотрит 166 человек, спасибо всем большое, это рекорд. Окей, количество времени на запуск Amazon бизнеса, просто я это добавил в слайд, потому что я считаю, это интересным будет для вас слайд, потому что вы только начинаете в основном, да, и как бы, чтобы вы понимали. И по своему опыту расскажу, сколько вам нужно времени для запуска Amazon бизнеса? Как мы видим, 24% это 36 месяцев, и это правда. То есть реально, вот вам скажу, 3-6 месяцев вам надо, чтобы запустить свой Amazon Private Label Business. Это не быстро. То есть производство товара в Китае ⁇ это месяц, 3 недели 4 недели. Доставка товара ⁇ это 1,5-2 месяца. Да, уже там у нас 3 месяца получилось, там 3,5. Да плюс еще нужно найти продукт, списаться с поставщиком, заказать образцы, это уже там месяц, еще полтора, вот вам получается 3-6 месяцев, понимаете, поэтому я считаю, что вот это 24% есть на самом деле правда, 3-6 месяцев вам нужно для запуска вашего Amazon Private Label бизнеса. И по времени, да, сколько нужно времени на контроль вашего бизнеса в неделю? То есть сколько вот в среднем продавцы тратят, чтобы контролировать бизнес? В основном это 4-10 часов, это 31%, 11-20 часов, 23%. Да. То есть тут не нужно много времени. Да. Я вам не скажу, что вообще не нужно контролировать. Нет, нужно контролировать. Нужно разбираться, нужно в рекламу внедряться, да, то есть полностью погружаться, понимать, как работает реклама, потому что это ваш будет основной источник прибыли там первые там, дни, да, понимание, что такое ключевые слова, как по ним продвигаться, как работает реклама, как настраивать компанию. это все надо знать, понимаете, поэтому вначале начале вас тоже будет, я считаю, что вначале вы будете там, как только запуститесь, 20 часов точно тратить неделю, вот, точно, вот, то есть, да, там по 4, не знаю, часа в, в день, ну, ну, минимум нужно тратить, ну, 3-4, я не знаю, вот это минимум надо тратить, поэтому, как бы, в принципе, тоже интересны такие цифры, то есть не получится там по одному часику в день. Точно нет. Особенно первое время точно нет. Со временем, да, вы можете это все автоматизировать, найти людей, кто будет вам заниматься рекламой. Есть такие ребята, кто там часы занимается рекламой, вы дали ему доступ на рекламный кабинет, он там контролирует ежедневно, да, дает вам какую-то отчетность. Я тоже с такими ребятами работаю. Вот. Но как бы вначале вы должны сами все разобраться. Да, обязательно, друзья. Вот важно, чтобы вы все понимали, как это все работает. Дальше вы уже можете частично делегировать какую-то работу. Так, друзья, расплывчатый в экране пишет. Да, поменяйте, пожалуйста, э, настройки, если это у всех так напишите или только у одного человека. Так, Ирина пишет, нет, значит все нормально, да, Ирина, все ок. Спасибо большое, Ирина. Все нормальное видео, супер. И бюджет для старта бюджет для старта, друзья. Все, спасибо. Ребят, кого плохо, просто там, не знаю, что к настройке, да, поменяйте качество, там не авто, а поставьте там повыше, и все будет хорошо. Так, хорошо. Количество денег, для которого вам необходимо для старта, какой бюджет вам необходим для старта. Опять же, это статистика, я вам по своему опыту скажу. По своему опыту скажу, что 22% это правда. То есть 10 тысяч больше, больше, чем 10 тысяч долларов. Да, можно запуститься и 7 тысяч, 8 тысяч, да. Но, друзья, я всегда говорю, всегда говорю реальные цифры, да, вот в своих YouTube YouTube видео стараюсь всегда говорить, как оно есть на самом деле, что там с двумя тысячами запуститься нет смысла. Ко мне очень многие обращаются, Андрей, там хочу приобрести курс, у меня там 3 тысячи бюджета. я говорю, нет, ребят, давайте вы там пока я не берусь, да, то есть вы накопите, которому нужно денег, как комфортно для старта, потом там приходите или там сами, не знаю, как вы решите, вот, но вот важно понимать, что там 3-4-5 тысяч вы ничего не сделаете, то есть искать продукт какой-то супер дешевый за 20 центов на Либобе тоже нет смысла, потому что вы с него ничего не заработаете, то есть у вас минимум обойдется закупка товара тысяч в пять, да, это только товар, это, если товар у вас будет стоить там 10 долларов, например, да, вот, там вы купите 500 единиц, например, как первую партию, то есть уже тысяч пять. Плюс потом нужно там фотосессию сделать, да, необходимы какие там программы по типу Helium 10, там, торговую марку зарегистрировать, Оставить бюджет на рекламу. Да? Еще нужно там оставить небольшой бюджет на закупку второй партии. Потому что, вот, например, вы запустились, прошло там три недели. Вы видели, 500 штук продали, не знаю, 300, осталось 200. Вам уже нужно закупать вторую партию. Потому что вы вылетите в out of stock, и потом будете сидеть два месяца без товара. И все усилия, которые вы приложили к к раскрутке своего продукта, вкладывали в рекламу, не знаю, работали с какими-то блогерами. Все это как бы ну, уйдет, потому что через два месяца уже все, листинг просядет очень сильно, и вам заново это все нужно начинать и раскачивать. Поэтому для Amazon очень важно, чтобы у вас был всегда товар в наличии, поэтому вы должны все вовремя реагировать. А если у вас там последние деньги, вы закупили товар под, под ноль, скажем так, да, и все у вас, вы там запустились, продали и ждете, пока вы получите деньги обратно от Амазона, то так лучше не начинать. То есть какой-то бюджет у вас должен быть еще в запасе на вторую партию. Понятно, да? Поэтому 10 тысяч, окей. Даже я в своих видео говорил, там, да, вот тоже скоро буду записывать: что, какой нужен бюджет для старта. И Там я все рассказываю по пунктам, что, что сколько стоит. Ну вот там у меня тоже, по-моему, 10 тысяч получилось с копейками, что-то в этом роде. Вот. Поэтому вот так вот. Так, всем привет, спасибо, что присоединились. Да, 300 долларов, как все говорят, да, да. 300 долларов запуститесь на рекламе, выйдите через месяц на 3000 евро чистыми прибыли. Я тоже эти, к сожалению, рекламу вижу такую, но так не будет, сразу говорю, так не будет, такого не бывает. Окей, друзья, а теперь регистрация аккаунта, да, регистрация аккаунта и теперь перед тем, как мы начнем регистрацию, хочу э, обсудить, вот, что такое индивидуал, что, такое профессионал. Да? Потому что очень много замечают, что люди путают немножко. Индивидуал – это не означает, что вы физлицо в этом случае. Вот, когда вы начинаете регистрировать, Amazon спрашивает, вы хотите индивидуал аккаунт или профессионал. То есть индивидуал – это когда это, вы не платите обломплату за, за аккаунт 40 там 49 долларов. То есть это когда вы платите с каждой, с каждой проданной единицы 1 доллар, 99 центов Amazon вас берет или профессиональный аккаунт, когда вы платите абонплату 39 или 48 долларов в месяц и спокойно продаете сколько угодно. Да? То есть эту дополнительную комиссию он не берет у вас. То есть, конечно, мы берем профессионально, это 100%. Сразу говорю, профессионально только, окей, okay? это обязательно, потому что у вас не будет профессионального аккаунта, у вас будет индивидуал, у вас, возможно, не будет этой кнопки buy now, Купить сейчас, который покупает 83% покупателей, покупать через эту кнопку. То есть они нажали сразу, и заказ автоматически оформился. То есть они там не заполняют информацию доставки ничего, он сразу автоматом. Все, заказ сделан, оплата снята. Вот. Поэтому э, только профессионально берем. Окей. Э, то есть это не означает, что вы как компания должны быть. Нет, это просто так называется вот тип подписки, грубо говоря, на Amazon Seller Account Professional. Да? Поэтому все, это мы выяснили, я так понимаю. Движемся дальше. Итак, для регистрации. Сейчас я буду все рассказывать, почему на компанию лучше, почему на физика лучше и так далее. Расскажу вам все. Окей, заходим в sell.amazon.com. То есть это специальные да, для селлера. Указываем здесь create your Amazon аккаунт. Да. Дальше указываем имя, фамилию, почту, на которую рекомендую новую почту создать, чисто чтобы не пропустить какую-то важную информацию дублируем два раза пароль и добавляем номер телефона. Опять же, номер телефона может быть любой. Не обязательно должен быть США. Да? То есть не обязательно должен быть США. Может быть любой. Окей. Сделали. Теперь попали на следующую страницу, где нам вот важно здесь сообщение. Я хочу, чтобы вы да, внимательно. Вот здесь мы должны указать бизнес локейшн. Бизнес Здесь, Где наш находится бизнес. Где наш бизнес зарегистрирован. То есть компания. Или вот здесь написано. Или если у вас, if you don't have a business, enter your country of residence. То есть или мы указываем страну регистрации нашего бизнеса, или мы указываем ту страну, где мы проживаем. То есть от этого зависит, вот, например, если вы решили регистрировать на компанию, аккаунт, да, то есть вы находитесь, например, где-то в Европе, да, у вас компания в США, то вы здесь выбираете США, да, если вы решили открыть на себя, вот я решил на Василенко Андре открыть, я, например, не знаю, нахожусь сейчас там в Канаде, например, да, то я выбираю Канаду, то есть, но если я выбираю свой, э, свою страну проживания, residence, то я потом, мне нужно загрузить выписку с банка, подтверждение того, что я реально проживаю в этой стране, то есть, выписка это и есть подтверждение, Amazon потом попросит, я вам покажу, вот, то есть, вот даже здесь написано, да, recent bank account or credit card statement, вот этот statement, выписка с банка, да, она, э, в нем в должно быть адрес в этой выписке, и этот адрес есть подтверждение того, что я тут там должна быть та страна, которую я здесь выберу. Понятно? Это очень важно, чтобы вы понимали, окей? Потому что потом вы сейчас выберете, потом вернуться назад нельзя будет, окей? Смотрите, а, 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 аккаунт покупателя вот ее пишет, акка, а, 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 вообще не важно, аккаунт покупателя есть у вас или нету. Но лучше селлер аккаунт на другой email. То есть, если у вас есть а, аккаунт покупателя Amazon, вы что-то покупаете на Amazon, да? то если вы будете регистрировать seller аккаунт, то лучше сделать на другой email. На другой email. Елена написала все четко. Спасибо, Елена. Окей, нажали богин, выбрали бизнес локейшн. Понятно, да, мы еще, я вам еще вернусь к этому. И здесь, например, вот я выбрал бизнес локейшн Канады, да, то есть и дальше следующий пункт бизнес тайп. Вот, и этот бизнес тайп я указываю, у меня в Канаде компания или я физлицо. То есть если я выбираю known, I'm individual, как здесь, да? Значит, это физлицо. Если я выбираю «Privately Owned Business», то это компания. Сейчас я вам покажу, как выглядит «Privately Owned Business». То есть здесь мне нужно вот решить. Вот Если вы уже решили делать на компанию, то вы выбираете, например, здесь США. Да? Как правило, это United States. Вы открыли, например, там LLC или корпорацию, и здесь выбрали «Privately Owned Business». И если вы решили сначала открыть аккаунт на себя, указали там, страну вашего проживания, и указали, даже если, например, вот вы с Украины живете в Европе, да, то у вас есть выписка там с или Приватбанка. Вы даже здесь можете указать Украина, даже если вы находитесь в Европе, вы все равно можете указать Украина и выбрать Individual, и потом выписку с моно или Привата загрузить, вот. Или же вы, например, не знаю, вот как в Канаде проживаете, у вас есть банк в Канаде, у вас есть выписка с канадского банка, то вы можете, в принципе, и Канаду указать, да, и указать Non I'm Individual. То есть я проживаю в США, Нью-Йорк, так и я регистрирую. Да, все правильно. Если вы решили регистрировать сначала на физлицо, то вы, вы указываете здесь, например, United States, указываете I'm individual. И если у вас есть LLC, например, вы указываете United States, вы указываете здесь Privately Owned Business. Вот, я следующий э, слайд открыл, да? Видите, Privately owned, owned, business, owned Business. То есть, если, например, я регистрирую на компанию LLC или корпорация, неважно. То есть вы указываете... Где ваш бизнес находится? В этом случае LLC э, США, извините. И я указываю, правит ли он бизнес. И дальше, видите, мне нужно название компании. Здесь я написал Василенко, ну не путайте, это не фамилия, здесь должно просто быть название компании LLC, например, или название компании Corporation, corp, да, как правило пишется. То есть это на если у вас регистрация на компанию, вы заполняете вот таким образом. Если на физлицо, то просто пишите страну и Non-Im Individual. И дальше там имя, фамилия. Понятно это, да? Катерина пишет. Если у меня есть LLC, но тип деятельности ремонт бытовой техники можно? Можно, Катерина. Я спрашивал бухгалтеров в США, можно, они сказали можно. Хотя я, когда регистрирую компанию, да, я вам сейчас расскажу, я всегда указываю деятельность интернет-бизнес, онлайн, да, продажи онлайн. Ну и сейчас это вам покажу, как это сделать. Вот. Но я их, я этот вопрос спрашивал также, который мне спрашивали, мне сказали, что можно. Ну в любом случае лучше уточните у бухгалтера, у вас же есть там бухгалтер, наверное, кто вам регистрировал компанию, лучше уточните, сказать, скажите, вот у меня компания как э, ремонт бытовой техники, я хочу еще на ней заниматься Амазона, могу ли я это сделать? Я думаю, что они ответят скорее всего, что да, вы можете. Да, смотрите, тоже Николай актуальный вопрос спросил. Он спрашивает, а можно зарегистрировать профессионал на, на физлицо и потом переделать, когда компания будет? Можно. То есть вы можете сначала вот открыть как на физлицо, вот так, да, угадали физлицо, потом открыли компанию, зашли в селлер аккаунт и поменяли. Так можно сделать, друзья, так можно сделать. То есть у вас уже, вы когда зарегистрируете компанию, у вас будет что? Адрес компании, название компании, налоговый номер компании и аен открыт счет в банке на компанию, да, и карточка там у вас есть компании. Все, потом вы это заходите, все эти данные меняете на Amazon аккаунте, заходите там в меню аккаунт инфо, info, tax information заходите и все там меняете. Все. И там буквально 5 минут, и все, оно все поменялось, там 5-10 минут верифицировалось, и спокойно у вас уже аккаунт на компанию. Поэтому многие так тоже делают. Многие открывают как физлицо, и потом через там, месяц, два, три меняют на компанию. А кто-то сразу на компанию делает. То есть тут, в принципе, оба варианта, окей. Смотря какая у вас ситуация. Некоторым ребятам не могут как физлицо открыть. Они им только нужно на компанию. Друзья, если вдруг я ваши вопросы пропущу, не переживайте. Пожалуйста, продублируйте еще раз, хорошо? Если вдруг я пропущу ваши вопросы. Так, хорошо, друзья, движемся дальше. Вот регистрация на физлицо указали мою страну, uh, I'm individual, имя, фамилию указали, да, как за passport, да, один в один проверили, все совпадает, нажимаем agree and continue, и дальше у нас 5 этапов, 5. Это если вы, 5 uh, будет, видите, 1, 2, 3, 4, 5, и если вы делаете на компанию, то у вас еще будет, ну, вернее, если вы делаете на компанию, то их будет 5, если вы на физлицо, то у вас будет 4. Так вот, если вы делаете на компанию, у вас появится первый этап, называется бизнес information. Его, если вы делаете на физлицо, его не будет. Да? То есть, когда вы делаете на физлицо, у вас будет первый seller information, потом billing, потом store, потом verification. Да? Если мы делаем на компанию, то у нас будет бизнес information. Что мы указываем в бизнес information? Мы указываем имя компании, например, там Василенко LLC, пускай будет, да, потом ИАН номер, это компания Registration номер. Вы его получите после регистрации компании. Я вам чуть позже расскажу по нему. Но он не быстрый. Сразу говорю: если вы проживаете не в США, если вы проживаете не в США, у вас там нет э, Social Security номера, то вам, вам нужно будет ждать ИАЙН, то есть вам нужно подождать там, полтора месяца. Месяц, полтора плюс-минус. Если будете в штате Вайоминг, который я рекомендую, то там быстрее. Если будете в штат Флорида, то там будете ждать 2-3 месяца. Поэтому я рекомендую Вайоминг, уже забежал наперед. дальше. Здесь указывайте адрес США, то есть адрес компании вашей США. Да? Здесь указывайте телефон. Опять же, телефон на самом деле здесь можно любой. Раньше, если я только говорил, только должен быть США. Сейчас, в принципе, там может любой телефон быть, плюс-минус любой страны. Там придет смс-ка, вам ведете смс-ку вот здесь, да, то есть верифицируйте телефон, укажите все данные, нажимаете Next. И дальше уже Seller Information. Да? Дальше уже то же самое, как на физлицо. Вот как физлицо. Да? Видите, на физлицо здесь 4 всего. То, что я говорил. Вот. И дальше у вас идет Seller Information. Здесь вы указываете имя, фамилию, страна гражданства или там, где вы проживаете, например. Да? То, что я, например, проживаю там, в Канаде, хотя, может, и не гражданин Канады, но у меня есть там выписка с банка, я указал Канаду. То, что мы указывали в самом начале. Дальше э, страна рождения, Дата рождения, загранпаспорт, там, номер паспорта, страну и адрес, да, где вот у вас, где вот вы здесь указали, допустим, да, Канада. Соответственно, здесь уже автоматически подгрузилась Канада и адрес, который у меня в выписке. Очень важно, друзья, очень важно, потому что вот здесь вы должны открыть на этом этапе выписку свою и сделать копи paste вот чтобы все совпадало, знак знак, запятая запятую, окей. Это очень важно, потому что Amazon это сверяет, как правило. Большинство отказов по регистрации, когда он видит, когда адрес не совпадает. То есть люди просто невнимательно, может, что-то не знают этого, просто написали. Выписки немножко он там по-другому написан. И все, как бы, да, Amazon открыл выписку, посмотрел, что здесь, и видит, что оно не совпадает. Понимаете, поэтому должно все совпадать на 100%. Вот. Дальше здесь смс-ку вводите, номер телефона для верификации. Еще раз там повторить надо будет. Нажимаем там Next. И следующий был такой вопрос, по-моему, сегодня кто-то писал про кредит карт или дебит карт. И следующий пункт uh, – биллинг. Мы должны указать карточку. Uh, вот. Это должен быть кредит да, карт, uh, с которой Amazon снимет у вас uh, 39 долларов или 47,99. Здесь он пишет 39 долларов. Но если вы регистрируете на физлицо, то он у вас снимет больше. Да, там добавляется, uh, тоже был вопрос, почему лучше физлицо или компания. Так вот, э, на физлицо Amazon начисляет дополнительный там в районе 20% таксов, налогу. То есть на, это на все свои услуги. То есть вместо 39 вы заплатите там, по-моему, 47,99. Вместо, например, 100 долларов на рекламу, которую вы потратили, вы там потратите там 120. Вместо, вместо 10 долларов FBA комиссии, которая у вас там, да, она зависит от размера, вы заплатите 12. Понятно, да, то есть вот эти такс дополнительно на физлица в размере там 20, по моему, процентов он берет Amazon со своих услуг только, не с продаж, только со своих услуг. То есть то, что он вам предоставляет, то, что вы платите Amazon, да, там за обработку заказов, за подписку на аккаунт и так далее, да. И поэтому, конечно, в долгосрок выгоднее работать через компанию, да, потому что компания там немножко другая система налогообложения, вы там раз в год заплатили налоги, там наняли бухгалтера, да. Тоже там, конечно, не будет дешево, тоже там нужно какую-то сумму будет потратить. Но если мы говорим про долгосрочный, да, про долгосрок, то, естественно, выгодно работать через компанию LLC, естественно. Поэтому как бы эти 20%, которые он забирает, он достаточно съедает вашу маржинальность сильно. Поэтому как бы рекомендую я работать через компанию. Да, вы можете начать как физлицо, потом со временем перевести к компанию. Так вот, здесь указываем карточку, но здесь видите кредит карт, друзья, кредит. Иногда дебит тоже проходило, но, но нужно кредит, то есть пишите свой имя, название, извините, номер кредитки, ваше имя, фамилия, там адрес, например, указали, биллинг этой карточки, нажимали next. Карточка может быть э, любой страны, не обязательно там США должна быть карточка, да, там, то есть любой страны. Вот. Даже тут имя, не обязательно, чтобы ваше было. То есть у меня были случаи, когда мы там вводили там, мои карточки. Вот, я помогала ученику, и мы вводили с моей карточки, потому что у нее не было карточки, и сюда. И моя карточка тоже прошла. Вот. Конечно, поэтому как бы главное, что это было кредит карт. Amazon там снимет сразу, вот с ним, если будет успешная регистрация, он сразу с вас снимет там 39 или 47 долларов. Сразу. Только после успешной регистрации. Окей, здесь понятно. Да, Алекс, запись будет эфира? Будет. Сейчас я еще буквально два пункта и немножко отвечу на ваши вопросы, друзья, потому что очень много вопросов, у нас очень много смотрят. Я постараюсь сразу частично ответить на какие-то вопросы. Ну, можно чужую кредитку. У меня так получалось, я говорю, я свою давал. Но так лучше не делать. Ну, почему кредит-карт? Потому что это США, понимаете? Там все подвязано к кредит-карт. Тоже в США мне понимает. Мы как бы не привыкли там кредитки какие-то брать. А в США это нормальная тема. Вам без кредитки никуда, вам ничего не дадут. Ни, ни машину в аренду, ничего. Поэтому как бы кредитка обязательна. Поэтому и здесь тоже просят кредит-карт. Понимаете? Ну, вы можете попробовать свой дебит. Я говорю, иногда мне проходило. Ну, в основном на кредит. Так, друзья, третий пункт. Store. Здесь мы указываем имя магазина. То есть можно попросит имя магазина. Имя магазина это не имя бренда, это ну, разные вещи, да. То есть на самом деле я хоть и рекомендую делать э, здесь имя бренда писать. Если вы уже придумали какой-то бренд, какое-то имя у вас есть, да, то его сразу писать. Если оно занято, ничего страшного, не переживайте. Это не означает, что э, ваш, э, ваш бренд занят. Нет. Это имя магазина, оно немножко другое. Оно меняется очень просто. Даже сейчас вы, например, что-то указали. Главное, чтобы оно было свободное, потому что, вот видите, сейчас оно показывает, например, я написал best, «Best store in the world», и оно пишет «Not available», да, то есть оно недоступное. Потом написали, например, «Ender Vasilenko Store», и видите, оно «Available». То есть главное, чтобы оно было «Available», потом вы можете его легко в личном кабинете поменять, окей, то есть не переживайте, если вдруг вы там не знаете, не знаете какое-то имя на этом этапе своего, своего бренда, еще не придумали, напишите что-нибудь, потом поменяйте. окей? Оно отображается вот здесь на листинге под кнопочкой buy now. Вот видите, здесь написано sold by. Вот, и написано Cross of Me, например, вот это название магазина. То есть оно отображается с листинга справа, снизу, маленькими буковками. Как правило, на него никто не обращает внимания. То есть если ваш бренд находится там по центру, под тайтлом, да, под названием товара его сразу там принципе обращается внимание на него, то здесь его практически никто не видит. поэтому не переживайте. Окей. Указали имя магазина, все оно свободно. Дальше верификация. То есть, здесь еще раз перепроверяем всю информацию, смотрим, загружаем паспорт, выписку с банка опять же, смотрите, очень часто бывает отказ, потому что здесь проверяет верификацию бот. То есть тут не сидит человек, там не открывает ваши паспорта. Иногда вы загружаете тот же паспорт, там все тоже, все те же данные, все идентично. И система все равно говорит, мы не можем там распознать ваш паспорт. Да, или там мы видим, данные не сходятся. То есть я рекомендую заново загрузить вам все, да, и просто сделать лучше качественные фотографии, более там, не знаю, перефотографировать паспорт, да, там или сделать скан копию. То есть там есть скан и, и фото нормально подходит. Я замечаю, что в основном это, ну вот по моему опыту там фото как правило проходит. Там на iPhone сфоткали, там на подоконник положили этот паспорт, сфотографировали. Главное, чтобы не были обрезаны углы, да и так далее. То есть открыли как книжечку, да, сфоткали и загрузили. Вот. А, ну опять же, если не примут, если вам получили отказ, то в следующий раз просто перефотографируйте и заново загружайте. Окей? То есть такое может быть и такое часто бывает, что вы там, с третьего раза регистрируйтесь, потому что эта система не может там что-то распознать. К сожалению, такого часто бывает. Бывает у меня там, э, там не знаю, у одного ученика у меня регистрация проходит с первого раза, все, все то же самое, другой ученик делает все те же самые, э, там не знаю, то же самое, даже банк и все и у него выписка не подходит, а у этого прошла, то есть там чисто на второй на третий раз она уже, например, проходит. Поэтому, к сожалению, вот она очень регистрация вот такая туго работает на самом деле на Амазоне. Сам помучился очень-очень долго в свое время. Обязательно за гранд-паспорт или ID. ID тоже можно. Я не знаю, какой у вас ID, какой страны. Если у вас там США, то можно, конечно. А если карта в евро для регистрации аккаунта в США, подойдет. Обяз... Да, друзья, по карте любая карточка, не обязательно там долларовая должна быть. Окей? Она любая, евро. Не знаю, гривны, канадские доллары, что угодно. Вы там, Оно все подойдет. Главное, чтобы, да, Амазон мог снять деньги. Ему все равно откуда снимать. Главное, чтобы он мог снять деньги с этой карточки. Он, он, он конвертирует, это понятно, что оно конвертируется в доллары, там по курсу какому-то, да. Вот, поэтому можете любую карточку. Вам не нужно отдельно карту открывать, да. Если у вас банк принимает международные платежи, то вообще без проблем. Чехия без проблем. Итак, теперь этапы верификации, друзья, это самые важные этапы. Смотрите, я вам расскажу, что я вам рекомендую здесь. Да. Смотрите, у нас четыре этапа верификации. Первая верификация адреса это идет письмо с кодом. То есть, это один из этих верификаций может быть у вас. Не обязательно все четыре. Не обязательно, это очень важно понимать. Окей, okay? я вас там не пугаю, что у вас будет четыре верификации. Нет. То есть, одна из них может быть, или может быть две. Тут как повезет, окей? Okay? Китайская карта, не знаю, друзья вот, не пробовал. Первое, верификация адреса с письмом с кодом. То есть Amazon отправит вам код, письмо, извините, реальное письмо, почты на ваш адрес, да, вы откроете эту почту, там будет код, вы его введете на Amazon, нажимаете apply, и все хорошо, у вас есть аккаунт. Вторая может верификация быть это адреса в виде utility bill. То есть это счет за коммуналку, за газ, за, за электричество, за воду и за интернет. Вот эти четыре, они подходят как utility bill. Там, в принципе, Amazon пишет вам. Вот. Тут, конечно, посложнее с этим utility bill постоянно какие-то проблемы. Я лично тоже заказываю, когда у меня были utility bill, тоже Amazon просил, и я заказывал там тоже ребят, кто этим занимается, за деньги. Да, потому что, например, если у меня есть компания в США, у меня есть адрес, но я там не могу utility bill взять. Вот, нельзя. То есть, если вы проживаете в США, вы зашли, там свой аккаунт скачали. Да? Я, например, не могу. Да? Например, если у меня, если у меня там компания на на адрес, а там нельзя взять утилити, скажем так. Приходится рисовать. Рисовать. Таких услуг сейчас в интернете хватает, где не открою а, любую Amazon группу, там вам предлагаем утилити бил, предлагаем вот это, предлагаем вот это. В принципе, это работает. Кто-то делает с гарантией подороже, кто-то делает без гарантии подешевле. Ну, как бы, поэтому там уже есть, есть вариант, как это сделать. Видеоверификация, третий вариант, это когда у вас звонок с Амазоном один на один. Раньше он был очень простой, друзья. Вот. Раньше что они просили? Показать вам загранпаспорт. В принципе, это сейчас тоже в виде верификации. Да? Вам нужно будет показать загранпаспорт э, на камеру, э, распечатать выписку. Могут попросить показать выписку, ну, пускай будет распечатана. Распечатать документы на компанию. Если вы делаете регистрацию на компанию, то лучше все, что у вас есть, распечатать. Могут попросить. Редко, но могут. У меня были случаи, когда просили. Если не знаете английского, то есть потому что там с человеком вы общаетесь, да, если вы не знаете английского, то попросите друга поприсутствовать с вами, потому что рядышком кто-то посидел, кто сможет вам перевести, да, и вы там могли там повторить что-то. Раньше эта видеоверификация была 5 минут, там 6-7 максимум, там 3-4 вопроса спрашивали, все, сейчас, сейчас сложнее. Сейчас можете спросить, какие вы продукты планируете продавать, где вы будете покупать товар, как вы будете их доставлять на Amazon, да, сколько продуктов. То есть тут немножко нужно вам подготовиться к этому, да, то есть немножко вот продумать, какие продукты вы будете продавать, э, где заказы, там, скажем, в Китае. То есть понятно, что им не нужна там детальная информация, хотя бы чтобы они видели, что вы этой всей информацией владеете. Вот. То есть они там не будут перепроверять этого поставщика вашего, да, этим никто заниматься не будет, естественно, но они могут спросить и а, как бы у вас прям на видеоверификации. То есть последние разы, когда вот у нас учеников были видеоверификации, там ребят были чуть, по 20 минут. Я немножко был в шоке. На самом деле, просто я помню, что всегда было 5-6 минут максимум. Вот. Но, но, есть второй вариант, вернее, четвертый вариант в нашем случае — это фотоверификация. Так вот, фотоверификация — это идеальный вариант. Вот если у вас будет фотоверификация, там, как правило, дается на выбор, что вы хотите — видеоверификацию или фотоверификацию, как-то вот так. Вы выбираете фотоверификацию. Почему? Потому что там вот вы возьмете телефон, да, вот я сейчас покажу, вот на камеру вот так посмотрите, что-то там головой вправо-влево подвигаете вверх-вниз, как обычно, знаете, вот на этих камерах. И этот, и, и в принципе там загрузите фотографии, по-моему, еще нужно будет, или сфотографироваться. Все, буквально две минуты. Потом какое-то время они рассматривают вашу заявку, как правило, там в течение суток или двух рабочих дней, и потом ответ. Я говорю, я вот много делал фотоверификацию, у меня ребята делали фотоверификацию, ученики, и всегда было успешно. Всегда, в основном. Да? Поэтому, как бы, я, конечно, рекомендую, если у вас будет на выбор, конечно, выбирать вот эту фотоверификацию намного проще, легче и быстрее. Вот, вот. кто-то Наталья пишет, что верификация прошла э, очень быстро и показала паспорт и все. То есть у Натальи очень все быстро что, Да, вот раз на раз не приходится Наталья. У кого-то вот быстро 5 минут, как я говорил, да, показали паспорт, все. А кого-то там 20 минут спрашивают. Я не знаю, от чего это зависит, наверное, зависит, от кого на кого попадете. Да, Алекс, это варианты верификации, это не этапы. То есть один из этих вариантов может попасться вам, понимаете? Просто чтобы вы знали. То есть это не этапность. То есть может быть или такой вариант, или такой, или такой, или такой, а может быть каких-то два. То есть я просто перечислил то, что вот было на моем опыте, да, и учеников моих, какие были верификации, поэтому еще в прошлой трансляции не было, по-моему, фотоверификации. Сейчас уже добавилась фотоверификация, которая, на мое мнение, самая простая и самая легкая. Вот. Ну вот у Натальи получилось видеоверификация за пару минут пройти. Да, вот такое тоже было. Так, друзья, секунду. Я так открою, там мне. Если регистрироваться с украинским паспортом, украинским банком, но какие-то причины, верификация не пройдет, можно потом на тот самый паспорт. Да, смотрите, друзья, вот правильно, хороший вопрос. Алекс спросил, вот, Алекса, надеюсь, правильно сказал, или Алекса, Вот, смотрите, вы, например, вам, Amazon сначала не принял регистрацию, да, вот вы раз загрузили, отказ пришел. Там, как правило, еще два раза вы можете сделать повторно загрузить документы, да, то есть еще раз загрузили паспорт, загрузили там еще выписку, немножко сфотографировали по-другому паспорт, может, другую выписку сделали, все это загрузили, и а, потом опять пришел отказ, то есть таких отказов может 2-3 быть, и потом Amazon пишет письмо такое страшное, все, мы заблокировали ваш аккаунт, вы больше не имеете права никогда продавать на Амазоне, что-то в этом роде, там письмо достаточно такое жесткое. Вот. Но вы не переживайте. Смотрите, что вы делаете? Вы делаете все заново, только на новую почту и на новый телефон. На новую почту и на новый телефон. Это важно, потому что со старой почтой телефон не пропустит. Вот. И заново все делаете. И потом опять пробуйте. Если опять не прошли там 2-3 раза, еще новый телефон придется найти кого-то и почту. Поняли, да? То есть вот так можно делать, поэтому не переживайте. Может, иногда оно бывает с первого раза пишет, что мы все отказываем вам в регистрации, вы не можете больше никогда продавать. А иногда бывает со второго или с третьего. После второй, третьей попытки, там, когда вы загружаете, да, оно может у вас э, такое сообщение пристать Amazon. Поэтому не переживайте, делайте новую почту, новый телефон, вперед заново регистрироваться. На тот же паспорт, на ту же выписку, например. Да? Вот. Здравствуйте, Андрей. А если компания зарегистрирована, например, в Израиле, могу ли я указать при регистрации, ее указать при регистрации? Как я тогда буду должен платить налоги или лучше регистрировать на компании в USA? Ну, смотрите, Андрей, вам нужно будет выбрать страну Израиль при регистрации, да, и дальше посмотреть, какие варианты там есть. Выбрать израильский тип компании, да, и, соответственно, потом уже э -э -э, регистрировать. В принципе, можете. Ну, я не знаю, я не регистрировал. У меня есть ребята, кто с Израиля продает на Амазоне. Вот, и они работают через американскую компанию и продают достаточно неплохо. Вот. Да, эфир будет, Иосиф. Запись. Наталья я расскажу чуть попозже. В конце. Можно. Так, хорошо, друзья, по верификации все понятно. Еще смотрите, по выписке хотел бы сказать важную информацию по выписке выписка можно, в принципе, быть и за 30 дней. Раньше я говорил там за 180 дней, да, по-моему, видео своем кому-то говорил. Вот, но мы также загружали выписки за 30 дней, в принципе, окей, они проходят. Даже пустые выписки проходили. Вот мы делали регистрацию недавно, из учеников у меня там делали регистрацию. Мы делали регистрацию, открыли аккаунт на Пионере, pioneer, pioneer.com, да, и вот там сделали выписку, она была пустая, пустая, да, и Amazon ее принял без проблем. Но опять же, раз на раз не приходится, иногда не припускает. Но в основном пустая выписка проходит. В основном проходит. Дальше. Долларовый счет нам необходимо открыть для депозит метода. Друзья, это тоже важно, чтобы Amazon мог начислять вам счет, как бы ваши деньги, заработанные на ваш счет, то есть выводить, да, чтобы вы могли. Вам нужно открыть в одном из этих банков. То есть у вас должен быть счет в банке США. То есть если вы, не в США, если вы находитесь в США, вы можете в любой банк пойти, Банков Америка, Chase, что угодно, и открыть счет. Вообще без проблем. Если вы находитесь не в США, в нашем случае есть vice.com, есть Mercury и есть Pioneer. Еще есть Revolut. И, по-моему, какой-то есть пинг-понг называется. Вот такая система. Я, честно скажу, Revolut пользуюсь, но ну, не, не, с Амазоном, поэтому не могу сказать. Но вроде как ребята работают и нормально. Вот. Я мной проверено только вот этих три метода, да, которые, в принципе, самые известные. Я лично работаю с Вайзом. У меня есть и Пионер, и Меркурий, но мне вообще не нравится. Пионер вообще не нравится, мне там ужасная поддержка, просто ужаснейшая. Меркурий окей, но Вайз мне очень удобно. И комиссии там очень маленькие на вывод, и на перевод. И в целом интерфейс очень понятен. У меня есть карточка Вайз, которую я там привязал к Apple Pay, да, там расплачиваюсь, если нужно, пойду наличку сниму. В принципе, не проблема. Вот. Но с Вайзом сейчас тоже сложности. То есть сложности открыть на физлицо, там постоянно какие-то ограничения, нужно проверять, друзья. На компанию вы точно откроете без проблем, но вот на физлицо могут быть вопросы. Mercury – это американский онлайн-банк. Американский онлайн-банк. Вы можете там открыть счет только на компанию, там на физлицо он не открывает. Поэтому, в принципе, тоже рассмотрите вариант Mercury. Ну и пионер, возможно, вы знали, слышали, это как бы не новое. Не новый онлайн-банк, да, уже очень давно, известный. Вот. Там тоже можете открыть без проблем счет, как на физлицо, как на компанию. Вот. И, в принципе, что мне нравится в Пинере, там у них есть даже специальные выписки для Amazon, где они пишут for Amazon, прям там на выписке написано. Вот. И, в принципе, они тоже являются партнерами там Amazon, и Vice тоже, по-моему, является партнером Amazon официальным там каким-то, на каком-то уровне. Вот. Они там делятся какой-то информацией. Вот. Была недавно новость. Не, не, совсем даже недавно, наверное, полгода назад, может, больше, но была. Вот. Поэтому, в принципе, эти три банка, которым я знаю точно, но, опять же, еще револют тоже, по-моему, можно работать. Но я лично не проверял. Вот. Вот. Поэтому давайте пару вопросов. Можно 24 магазина открывать на тот же паспорт? Нет, Андрей, смотрите, если мы говорим про аккаунт Amazon, нельзя. Смотрите, это очень для Amazon это один из самых таких самых серьезных банов. Когда, когда он видит два аккаунта на одном человеке, вы можете, вас получится открыть, да, но оно может как-то и пропустит вас. Вы там укажете другую почту, другой телефон, но потом прилетит бан и забанят оба аккаунта, и вы потом никогда их толком не разбаните. Поэтому нельзя. Вот если у вас разные компании в США, например, да, там LC1, LC2, то, по-моему, можно. Amazon разрешает на разные компании, на разные юрлица, но на физлица нет. Если на LLC регистрация аккаунта, то выписку надо со счета прикрепленной к этой компании. Нет. Выписка должна быть тоже на физлицо. Даже если вы регистрацию делаете на компанию, выписка должна быть на физлицо. Вот так вот сделано. Поэтому, в принципе, то есть, грубо говоря, на владельца компании. Потому что, если вы помните, когда вы делаете регистрацию на компании, там также указано, вы указываете seller information, помните? Там имя, фамилию, адрес, то же самое. Вот, поэтому выписка должна быть на этого человека. Ярослав пишет, что он не пропускает счет пионера, может быть, связан с верификацией карты. Не знаю, Ярослав, ну, могут не пропускать. Попробуйте с другого банка. То есть бывает такое, что не пропускают. Видите, здесь разно разные приходится. Иногда пропускать, у меня, у меня пропускали пустые выписки, пионеры. Прям пустые были, мы там открыли счет, неделю назад и загрузили выписку, и все прошло. Вот у кого-то не пропускают. И такое, к сожалению, очень часто на Амазоне бывает. Можно ли с польской компанией продавать на Америку? Алексей, ну зайдите в этом Amazon регистрацию, укажите Poland. Да, я думаю, что можно. Укажите Poland, там, укажите, выберите тип компании. Ну, там, Польша, да, которая там у вас есть, я не знаю. И я думаю, что можно. Ну, я не пробовал, честно. У меня есть ребята, кто проживает в Польше, да, продают на Амазоне, но в основном работают через американскую компанию или как физлица. Можно сначала писать счет Европейского банка, потом открыть компанию и счет в Mercury. Нет, смотрите, если вы продаете в США, вам нужно счет Американского банка. То есть ну, для внутреннего перевода. Это там рутин number, аккаунт number, э, там ваше имя, фамилия там, или название компании. То есть это у вас должно быть, в этом счете вы получите этот депозит метод. Вот этот депозит метод. Да? Вот сейчас я вам покажу. Вот вы получаете этот депозит метод, да, то есть это для внутреннего перевода внутри США. Дальше вам нужно зайти на Amazon и указать там добавить этот deposit new метод. Вот вы когда зарегистрируете Amazon аккаунт, вы, вы только на него зайдете, у вас там будет надпись такая красная. Пожалуйста, добавьте депозит метод, то есть этот счет банка вам нужно будет добавить. Да, вы прям не сможете даже продавать, пока вы не добавите этот счет депозит. Куда, куда Amazon вам будет перечислять? Видите, банк location вот у меня United States. Видите, United States, United States. United States. То есть у меня вот на Америку добавлены два депозит метода. Один на Канаду, на Мексику, второй на, на, на Америку. Ну, это идентичный, можно сказать. Вот, поэтому у вас должен быть депозит-мета. То есть там европейский, по-моему, не прокатит. Так, по регистрации, друзья, еще какие-то вопросы я могу ответить. Я по-любому многие вопросы пропустил, потому что мы еще это в конце обсудим, хорошо. Просто, пожалуйста, продублируйте мне потом еще эти вопросы. Вот. Поэтому могу ли я открыть компанию на себя, привязать Amazon аккаунт родственника? Нет, не можете. Не можете. Если уже делаете на себя, то и Amazon аккаунт делайте на себя, если вы владелец компании. Так, друзья, регистрация компании в США. Тоже важный момент. Важно. Что нужно для регистрации компании? Первое. Нам нужен адрес в США для того, чтобы открыть компанию в США, и он нам нужен для того, чтобы зарегистрировать другой марку. То есть если вы проживаете в США, поздравляю, вы это сделаете, вам не нужно это тогда проходить. Если мы не в США находимся, то нам нужно первый этап это сделать. Я расскажу, как это сделать, окей? Там немножко все по-другому. Если сравнивать с предыдущим моим вебинаром, сейчас немножко поменялось. И это, кстати, важная очень информация, важная, потому что потом могут быть проблемы. Второе, определиться LLC или корпорация. Ну, вы должны понять для себя, какой тип компании это LLC, юрлицо или корпорация. То есть я не буду рассказывать плюсы и минусы каждой компании, их можно рассказывать бесконечно. Я делал очень много консультаций с бухгалтерами, кто-то говорит LLC, кто-то говорит корпорацию. Если посмотреть видео в YouTube, то же самое, дискуссия идет, кто-то говорит топит за LLC, кто-то за корпорацию. Поэтому я не буду судить, сказать что точно, что лучше LLC, но я лично работаю с LLC, меня устраивает все. Мне многие знакомые работают тоже, в основном через LLC. Кто-то работает на корпорации, не знаю, но по моему опыту вроде как на LLC, если, если сравнить с корпорацией, то по налогам там выходит меньше. Есть свои сложности с выводом средств, в отличие от корпорации, но по налогам получается меньше. Поэтому как бы, ну решайте вам. Можете обе компании, окей. А проверить свободно ли имя компании да то есть тоже важно проверить чтобы такое компания если вы например выбрали какой-то штат чтобы это имя было свободное да вот и указать вид деятельности деятельности компании я вам расскажу какой вид деятельности был какой-то вопрос если у нас там вид деятельности ремонт там какие-то мебели еще чего-то было да можно ли продавать? Да, вроде можно, но, конечно, лучше указать, чтобы видеть, вид деятельности совпадал с тем, что, чем занимается компания, да. То есть это у нас онлайн-бизнес. Окей. Я вам тоже покажу, что за вид деятельности нужно выбрать. Окей. В принципе, вот эти все моменты мы подготовили, мы все знаем. Проверить свободно ли имя компании. Сейчас тоже расскажу, на каком сайте это можно сделать. Вот. А дальше. А где самый главный вопрос? Где взять адрес США? Вот, это самый главный и самый важный вопрос. Что было раньше? Что было раньше? Раньше мы брали почтовые чеки. Мы брали почтовые чеки за 10 долларов в месяц, регистрировали на них компанию, торговую марку, спокойно продавали, вообще никаких проблем не было. Сейчас это уже не работает. Это уже не работает. Последние полгода активно проверяют эти все ячейки, уже э, даже официальный сайт, где вы регистрируете торговые марки, он, не, не проходит ячейка, они потом или сразу пишут, или со временем пишут, что э, мы видим, что этот адрес на почтовой ячейке, вы не имеете права как бы регистрировать на почтовой ячейке по законодательству торговой марки, да. То же самое и по регистрации компании, тоже вам любой бухгалтер скажет, нормальный, да, бухгалтер скажет, что как бы вы не имеете права на почтовую ячейку это регистрировать, да, и в целом начинаются, это все проверки начинаются. Вот, поэтому Сайт Anytime Mailbox уже не работает, друзья. Все, не работает. Я не рекомендую. Некоторые, конечно, она пропускает еще, в некоторых все окей, но я не рекомендую. Вот. Вячеслав, расскажу чуть позже по регистрации торговой марки, по времени. Вот. То есть я не рекомендую Anytime Mailbox, потому что уже не работает. То есть у меня тоже компания есть на эти ячейки, пока все окей, кто там раньше зарегистрировал, вроде вопросов нет, но вот последнее время, там полгода, год плюс-минус, ну, наверное, полгода больше, уже начинают проверки какие-то быть, поэтому э, я не рекомендую. Я рекомендую взять реальный адрес на сайте bz.com, это сайт бывший Inkfile, они сделали ребрендинг, вот, просто поменяли имя, не знаю, чем это связано, но сайт надежный, да, он уже много-много-много лет занимается регистрацией компаниями. Я сам очень много регистраций компаний там сделал. Торговые марки также делают регистрацию. Там имя также можно проверить, свободно или нет. Э, вот. И на, что мне нравится, допустим, если раньше не тайм было сложности, что там нужно было проходить видеоверификацию и, и много было документов, то в Бизи пока такого нет, вообще нету. То есть я не знаю, как это работает. Вообще, по законодательству США, они должны проверить да, того человека, там, нотариусом, там вот, может быть, э, как бы собеседование, видеоверификация, что вы как бы, там, реальный человек так далее, так далее да, там, подписать какие-то документы, какие-то формы. Вот. Это было так, на Anytime Mailbox. Вот. То сейчас, если мы берем сайт BZ, да, там можно взять физический адрес. То есть там не почтовая ячейка, они сами такие пишут, что это not a PO Box. Да, и я вот лично, у меня там есть тоже Адрес на этом сайте. У меня сейчас ребята тоже, кто э, регистра... занимается регистрацией, тоже берут адрес. Там вообще никаких проблем не было. Ни по регистрации компании, ни по регистрации торговой марки вообще никаких не, не было проблем. Единственный минус что это в три раза дороже. Если это 9.99, то там 29.99. Вот. Поэтому, но, как бы вы будете спать спокойно, что у вас будет все хорошо. Да, вы утилите бил отсюда, к сожалению, не выгрузите, не сможете. Вот. Но зато вы знаете, что у вас будет все нормально, не придет никакое письмо по торговой марке с тем, что у вас не реальный адрес, а у вас почтовая ячейка, у вас такого не будет. Поэтому, друзья, по почтовой ячейке забудьте, все это не работает. Mm -hmm. Может у кого-то и работать, частично там пропускает, но еди, единичные случаи, лучше не рисковать. Окей? Okay. Так. На сайт, да, вот, вот, друзья, bz.com. Ну, ссылки нету, к сожалению. Да, Андрей, можно адрес друзей указать. Вот, друзья, если у вас есть там друзья какие-то в США, кто, вот может вам дать свой адрес. Вообще, это, это тоже идеально. На самом деле это идеально. И у них и, у, хотя утилити у них будет э, на себя, но неважно. Суть в том, что это тоже решает ваш вопрос. Вы просто просите адрес друзей, друзей, все указываете его. И, в принципе, да, им будет приходить разная документация по вашей компании, там налоговый номер придет, там еще какие-то будет спам какой-то приходить периодически. Но этот тоже это идеальный вариант для вас. Вот, если у вас есть знакомые друзья, кто может дать свой адрес, без проблем. Это вообще супер. Так вот, сайт bz.com это бывший инкфайл. Бывший сайт инкфайла, о котором я тоже рассказывал в прошлом вебинаре. Вот, но он немножко уже сделал ребрендинг. Недавно, буквально там месяц или два назад. Вот. И сейчас называется bz.com. Мы заходим на главную страницу, нажимаем «Start now». То есть я сейчас расскажу по регистрации компании и как получить адрес. Прям это сразу такой один процесс. И регистрация, и получение адреса. Окей? Поэтому мы сейчас все это обсудим. Дальше, смотрите, выбираем здесь LLC, тип компании, ну или corporation, вот здесь слева, что вы хотите регистрировать. Конечно, я рекомендую LLC, но выбор за вами. И штат компании, в котором вы будете, как бы, да, открывать компанию. Смотрите, вот вопрос был. Если я проживаю в ЛА, я могу открыть компанию в другом штате. Официально, ну, Эдгар, вы, вы можете, но по, по законодательству бухгал бухгалтер вам скажут, что вы должны там проживать. У вас должен быть какой-то пруф и так далее. Поэтому. Или какое-то количество дней вы должны в этом штате проживать. Поэтому я, конечно, рекомендую открывать, если вы живете в ЛА, например. Я так понимаю, это LA или Л.Е. я не знаю. Может, ошиблись то я вам ä, рекомендую открывать в том штате, где вы живете, если вы в США. Это, поверьте, это легче будет всего. Не заморачиваться от этим всем. Если вы не в США, то я вам рекомендую выбрать Вайоминг. Моя рекомендация. Вайоминг. Потому что, по моему опыту, во-первых, по налогам, там самые низкие налоги, ну, один из самых таких низких штатов по налогам, там, NLF самая низкая, то есть комиссия за продление компании ежегодная. Вот, да, и налоговый номер вы там получаете очень быстро. В отличие от Флориды, где нужно ждать 2-2,5 месяца, потому что все рекомендуют Флориду, 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 в основном, конечно, не все, но в основном. Да, я тоже, у меня там была компания, но там ждать 2-2,5 месяца, даже 3 налоговый номер. То здесь то вы подадите, вы там через 3 недели, ну 4, ну, максимум месяц вы получите. Это нормальные сроки, это нормально. Потому что без налогового номера и АЕН вы не можете открыть счет в банке, понимаете? Без налогового номера вы не откроете счет в банке. То есть вы не откроете ни в Pioneer, ни в Mercury, ни в Vice. Счет на компанию вы не сможете открыть, потому что при регистрации там просят налоговый номер компании. То есть у вас, да, типа есть компания, но без налогового номера. Поэтому пока не получите его, вы ничего не сможете делать. То же самое и Amazon аккаунт. Вы не сможете перевести на компанию или открыть его сразу на компанию, если у вас нету налогового номера EIN. Если вы помните, мы тоже это раньше я вам показывал, да? Поэтому и Айен это э, очень важно, и Вайоминг классный штат низкие налоги э, и, и Айен как правило, по моему опыту, приходит быстро. То есть у меня есть многие ребята, кто открыл компанию в Вайоминге, там кому-то за три недели пришло, кому-то вообще за две недели, кому-то там за месяц. Но это в разы быстрее в разы, чем во Флориде. Вот. А если впоследствии придем в США, придется жить в Вайоминге? Да нет, ну, не знаю. Там уже потом переедете, не знаю, во Флориду переедете, применять компанию на флоридскую туда. Там не обязательно. Окей, здесь, смотрите, у нас есть три пакета. За 100 долларов, за 300, за 400. Я рекомендую брать за 300 или за 100. За 300 тут сразу входит налоговый номер ИАЕ. Видите, я сразу его обвел здесь. А, вот. А, и за 100 его здесь нету, но да, в дальнейшем вы можете его выбрать. Там он стоит, по-моему, 70 долларов и у вас будет регистрация обойдется, если вы берете за 100, в итоговая регистрация вам обойдется за 200 долларов, если за 300, то тут еще есть какие-то бонусы. Э, вот. Ну, честно говоря, я никогда этими бонусами не пользовался. У меня сама есть компания на инкфайле несколько, поэтому на бизи, уже правильно говорить. Вот. Поэтому э, я обычно беру сильвер. Но ну, вы можете брать или gold, или сильвер, оба варианта окей. То есть даже если вы возьмете Silver, в итоге вам обойдется регистрация компании, по-моему, 200 долларов. Понимаете? То есть это намного выгоднее, если ну, там будете, ну, если вы будете через кого-то делать, конечно, вы можете через профессионалов сделать, через ребят, кто занимается этими регистрациями, да. У них, конечно, там будет стоить в районе 1000 долларов плюс-минус. Обычно там плюс. 1100, 1200, 1300. Ну, там можно, можно еще какие-то бонусы для вас будут, я не знаю, да. То есть, в принципе. Ну или сами сделать через инфо, через bzi.com. В принципе, вам решать. Таня не, не забанят. За что забанят? По торговым маркам мы еще не обсуждали, не переживайте. Дальше, вот вы выбрали пакет. Например, выбрали, давайте выберем gold. Нажали Go to the, uh, to the Gold package. И дальше что нам необходимо ввести, друзья? Видим 301 доллар. Мы вводим здесь имя, фамилию. То есть ваши данные, владельцы компании. Пока что просто. Даже если у вас два владельца, неважно, указывайте кого-то одного. Указали имя, фамилию, почту, мобильный телефон. Кстати, мобильный телефон здесь не обязательно должен быть США. США, если раньше должен быть был США, то сейчас вы можете любую страну выбрать. Окей. Выбрали телефон. Дальше смотрите, что важно. мейлин адрес. Это не адрес компании, друзья. Здесь не обязательно не обязательно должен быть. Ой, извините, не обязательно должен быть США. Здесь может быть любая страна. Например, вы проживаете в Европе, вы можете указать европейский адрес. То есть это мейлинг адрес. Вот здесь даже написано. Этот адрес для отправки, возможно, каких-то документов, да, которые относятся к вашему заказу. Чисто этот адрес only for internal purpose, то есть только для внутреннего пользования, да, внутренних каких-то там, не для адреса, не для компании, он нигде не будет официально числиться, понятно, да, то есть это не адрес компании, это просто чисто для сайта, для этого бизи, э, если вы там решите какие-то документы, захотите себе отправить там DHL, или еще что-то, то есть вы можете выбрать там этот адрес и вам отправить эти документы, если вам они не нужны. Ну, честно говоря, они вам не нужны, у вас будет все в электронном виде, вы все скачаете себе на компьютер. Но чтобы вы понимали, что это не адрес компании, окей? Okay? Это любой адрес любой страны вы можете указать, окей? Okay? Например, вы находитесь в Испании, указали испанский адрес, все. Он нигде не будет фигурировать больше в официальных документах, окей? Okay? Все, ввели здесь имя, фамилия, указали этот mailing адрес, Движемся дальше. Нажали там Next, и попали в следующий этап, где нам нужно указать имя компании. Да, например, у меня LLC мы сказали, вот выбрали LLC. Например, у меня компания называется Pink Flower. Окей, вот я решил создать Pink Flower. У меня называется Pink Flower LLC. Будет вот таким образом называться компания. Да, Pink Flower LLC. Вот, даже не будет запись, будет. Uh, дальше, количество владельцев компании указывайте. Здесь важно, да, то есть вы указываете количество владельцев компании. Если вы один, один. Если у вас два овнера, указывайте два. Если три и тому подобное, указывайте то количество, сколько у вас владельцев компании. Окей? Okay? Если вы указали два, то вам нужно будет там дальше указать два владельца. Если один, то вам укажете дальше одного владельца. Хорошо? Mm -hmm. Дальше, описание вид деятельности. То есть чем вы будете заниматься? Мы продаем продукты онлайн. То есть можете написать «Selling products on Amazon» или products online» или, или что-либо другое. Ну, в принципе, вот написали вот здесь и хорошо на этом. Дальше. Про, по классификации бизнеса. Помните, вы спрашивали вид деятельности? Вот. Вот это мы указываем 404-454, 110. 454,110 интернет, ритейл, сейлс, сайт. То есть все, что связано с интернет-бизнесом. Все. Вот там Amazon, веб-сайт, Shopify не знаю, там eBay, неуж... не важно, там, где вы там Walmart решили продавать и тому подобное, вы указали, все у вас входит в эту классификацию бизнеса, да, интернет-ретейл, sale сайт, туда все входит, поэтому указали его и дальше указали здесь «но», no, потому что у нас нету никаких букв, да, не английского языка в названии компании, да, указали «но», no. Движемся дальше. Вы там опускайтесь ниже, это все будет одна страница. да? Для меня это будет две страницы, у вас будет все одна. Опускайтесь ниже, и у вас вот, что будет предлагаться. Сразу автоматом он предлагает вам адрес за 29 долларов в месяц. Вот он, физический адрес 58.3 Каспер, это город, Вайоминг, вот zip-код. И что важно, что написано, что э, это э, как бы a physical, вот видите, a physical адрес. For your business, not PO box. То есть это не почтовая ячейка, что очень важно. Это супер важно, то что он это пишет, да. То есть это not PO box. То есть то, что у вас, у вас будет unlimited scan, uncoming mail, unlimited. То есть вам пришли какие-то документы на компании, он отсканировал, и сразу в личном кабинете вы увидите эти документы и сможете себе скачать, да, то есть без каких-либо -ли лимитов. Ну и тут, в принципе, остальное, да, можно посмотреть. Единственный минус что нет utility Bill. Но, к сожалению, нету таких компаний, кто предоставляет вам и адрес, и утилити. Ну, там есть некоторые, но они очень дорогие. Вот, точно не 29 долларов. Да, если у вас есть свой адрес, вы выбираете Use my own address, и дальше тут вводите свой адрес. Но если вы не проживаете в США, у вас нет адреса, там нет знакомых друзей, то вы выбираете вот этот адрес, который он сразу автоматом вам дает в Вайоминге, потому что мы выбрали Вайоминг. Все, вот этот ваш адрес, можете его даже где-то себе сохранить, скопировать, потому что на него вы будете открывать счет в банке, он будет у вас на Amazon аккаунте, вот, то есть везде будет фигурировать вот этот адрес. Да, Евгений, вы можете, по-моему, другие виды деятельности добавить. Честно говоря, я не помню, надо посмотреть. Можете. Можете, я думаю. Все, указали здесь все. Нажимали там next. И здесь что важно. Если вы, у вас нет social security номера, если вы не в США, то у вас его точно нет, то мы ставим что здесь yes. То есть мы говорим о том, что мы foreign individual, то есть мы физическое лицо, которое не проживает там, да, или там в США, например, да, и у нас нету social security номера, да, там yes, там имя, фамилию ставим yes, автоматически заполнилось, и здесь ставим, что вот use the assigned company address provided by BZ. То есть ставим галочку здесь. То есть используем тот адрес компании, который мы только что выбрали. То есть вот этот. Да? Вот у нас тут автоматически выбран. Все, он его автоматически, автоматически, этот сайт подгружает, этот номер. У вас в итоге получилось 330 долларов. 330 долларов. Вот, и это уже все, это уже под ключ, да, 330 долларов. Видите, здесь добавился адрес за 29 долларов. 102 доллара – это комиссия штата Вайоминг за регистрацию, она всегда будет. И 199 долларов – это комиссия этого сайта. Но если бы вы выбрали пакет за 100, там базовый пакет, то вам вообще бы обошлось бы, по-моему, в 220 долларов, это еще на 100 долларов дешевле. Вот. Но там нужно не забыть выбрать и номер по, по регистрации. Там будет по регистрации предложен и номер, вам нужно будет его выбрать. Вот. И в итоге он обошелся бы еще на 100 долларов меньше. Но ну, я уже сразу взял там средний пакет за 300 долларов, то есть 30, 330 в итоге вы обошлось вам вся регистрация с адресом. То есть вот эти 29 долларов это в месяц, друзья, в месяц, да, не разовая оплата. То есть каждый месяц вы сейчас оплатите, да, то есть следующий этап это уже оплата, вы указали свою карточку, с вас сняли 330, и уже потом эта карточка уже зафиксировалась в вашем личном кабинете, и он каждый месяц будет снимать эти 29 долларов. То есть вот таким образом. Регистрация компании. Да, опять же, вы можете сделать регистрацию и через другие компании, кто это делает под ключ, но это будет не 300 долларов, да, это будет там 1200 долларов. Вот. Но там другие моменты. Да, там есть и бухгалтера, есть компании, которые предлагают сразу своих бухгалтеров, сразу закрывают какие-то вопросы под ключ. Даже есть компании, которые предлагают сразу адрес физический в США. Поэтому тут, в принципе, ну, я лично регистрировал через э, сайт этот BZ, вот, и у меня есть компания, есть аккаунты там. Окей. Следующее, друзья, регистрация компании, плюсы и минусы. Итак, плюсы, ну, вообще в целом компании. Конечно, их там больше, можно перечислять очень долго, но такие основные. Не нужно вот эти 20% платить на все услуги Amazon. То, что я говорил в самом начале, помните, да? То, что Amazon берет 20% своей комиссии, если вы работаете как физлицо. Он берет 20%. Поэтому, конечно, выгоднее работать через компанию, не платить 20%, но, конечно, потом в конце года вам нужно это все делать отчетность Ваш бизнес полностью официальный и легитимный. Вы можете взять там кредит на развитие бизнеса. Конечно, на физлице никто вам не даст кредитов в США. Даже Amazon сам предлагает кредиты иногда на развитие, да, сам Amazon нам дает деньги. Есть также другие сайты сторонние, которые могут финансировать ваш Amazon бизнес. Опять же, на, на, на физлицо это никто не даст, естественно, да. Только на компанию. Можно зарегистрировать LLC или корпорацию, понятно, что в США удаленно, то, что я вам показал, есть адрес, можно как его получить, вообще без проблем, находясь в любой точке мира. То есть не обязательно ехать в США, не обязательно. Okay? И легкое, понятное, относительно понятное налогообложение. Вот. Конечно, тут еще свои моменты есть по, по налогообложению, как вывести средства, вот. свои, скажем так, в скобочках схемы. Вот. Но, тем не менее, это все работает и все как бы мы все выводим деньги и все, и тратим их на нужды. Окей, минусы. Э, понятно, стоимость регистрации там 200-300 долларов, получение EIN занимает полтора-два месяца, но штат воемник это где-то будет в районе месяца, то, что я вам рекомендую. И необходимо делать отчетность раз в год. Смотрите, отчетность необходимо подавать до 15 апреля следующего года. То есть, например, если вы открыли компанию вот в феврале вот этого года, например, да, там, или в марте открыли, то отчетность вам нужно будет делать в следующем году до 15 апреля дедлайн. 15 апреля дедлайн. То есть вам не нужно там каждый месяц иметь бухгалтера, который -то будет все контролить. Да, конечно, если у вас будет большой бизнес, большие обороты, то я рекомендую хотя бы раз в квартал, что у вас был бухгалтер, что это все будет контролировать. Но в начале первый год точно нет смысла. То есть первый год вы точно там раз до 15 апреля подадите отчетность и все будет хорошо. Главное не затягивать. То есть найдите кого-то толкового бухгалтера заранее, вот, чтобы не затягивать до последнего момента, потому что потом все будут заняты, да, потому что уже пойдет эта отчетность и последний момент искать бухгалтера как бы не хочется, вот. Поэтому уже заранее найти, кто вам комфортный, с кем-то возьмете консультацию, проконсультируйтесь еще раз, чтобы вы понимали да, все моменты, и уже будете работать с ними. Так, налог на прибыль, друзья, я вкратце расскажу по налогам. Я в любом случае вам рекомендую, если вы там собираетесь открывать компанию в США, взять консультацию экспертов по налогообложению, да, потому что там очень много нюансов, да. Я сам беру такие консультации регулярно, потому что, ну, сколько не брал консультации, и, скажу честно, всех все по-разному было, вот, вот так вот получается. Все, все говорят, все по-разному. В основном, да, какая-то информация одинаковая, да, а какие-то моменты, такие нюансы, все всех все по-разному, поэтому. Тоже вам рекомендую как бы не затягиваться этим найти толкового бухгалтера и пообщаться с ним по налогам, по отчетности, чтобы вы тоже понимали, как это делается, когда, какой, какие документы им нужны, то есть им нужно будет там выписки с банка, там кое-какие э, отчеты с Амазоном вам нужно будет скачать, но это уже потом, не сейчас. То есть это такая основная, если мы говорим про LLC, да, то есть там идет э, налог на чистую прибыль, на чистую прибыль. Здесь, в зависимости от объема чистой прибыли, вы платите определенный процент. Да, то есть, если вы, у вас чистая прибыль там, в год, там, например, там 80 тысяч, да, там 89, э, пускай и, пулю, и плюс, то вы заплатите 24%. Понятно, да? То есть это налог на прибыль. То есть вы платите, то есть на чистую прибыль. Что такое прибыль? То есть, купили продукт, видите, например, что у вас вы уходите на 90 тысяч. Не хотите платить там 22%, купили продукт вовремя, вложились в продукт, инвестировали в продукт, пошли на затраты. И вот вы уже заплатили не, не 22, а 12, понимаете? То есть вот так это работает. То есть вы можете там что-то что списать на расходы. Да? Купили телефон, списали на расходы компании. Купили компьютер, списали на расходы компании. То есть ну тут, конечно, важно все аргументировать. Понятно, что лучше в супермаркет не ходить или там, по ресторанам не оплачивать за счет компании, да? Ну, если какой-то телефон купить, в принципе, можете за счет компании купить, со счета компании оплатить его, да, и просто списать как в виде расходов на компанию, там, на, на бизнес какие-то нужды, да. Или вы там поехали на какую-то конференцию, или, не знаю, в Китай поехали к поставщикам, это тоже можете легко списать на расходы со счета компании. Соответственно, да, чтобы занизить эту ставку налога в конце года. Вот. Поэтому, друзья, здесь как бы вот это основной налог, если мы говорим про LLC, про корпорацию, там идет фиксированный налог. Вот в LLC здесь плавающая ставка. Понятно, лично мне выгоднее LLC. Ну, до поры до времени, там, если вас оборот там, переваливает за там, 30%, то уже, конечно, выгоднее перейти на корпорацию. Вот, поэтому, как бы, да, реально ли найти русскоговорящего бухгалтера? Конечно, реально. Их очень много. И тех, кто проживает в США, и не только. Поэтому как бы, Вообще без проблем, ребят. Просто найдите. Ну, скажу честно, я с многим работаю, с многим брал консультацию. Вот, поэтому нам нужно найти того, с кем вам будет комфортно, вы будете их понимать, потому что как бы еще, это еще такой челлендж найти нормального бухгалтера, вот, который вам грамотно все объяснит и так далее. А если не резидент, налоги такие же, ну да, конечно, Алекс, если у вас есть американская компания, вы продаете в США, у вас товар находится в США. Да, вы соответственно должны платить там налоги. Те бухгалтера, которые вам скажут, нет, вы не должны платить налоги, не слушайте их, вы должны платить там налоги. Вопрос такой, можно ли потом поменять владельцев? Точнее, если открыли на двоих на двоих поле компанию, да, если кто-то хочет выйти из партнерства? Да, конечно, там можно все, без проблем. Вам через бухгалтера он все поменяет. Изменит количество пар партнеров. Да, там. Вы же там, когда вот на, на бизнесе бизе регистрируетесь, вы там указываете долю. Да, там, э долю там, каждого партнера. Там, если у вас два, там, по 50%, по 50 или кого-то 49, кого-то 51, конечно, я рекомендую 51 на 49 указывать. Вот, они а 50 на 50, чтобы потом не было нюансов. Но, тем не менее, э да, это все, все там указывать. потом, ну, я не знаю, что там нужно сделать, скажу честно. Это вам уже с бухгалтером нужно уточнять. Вам это все бухгалтеры скажут. Какие документы да, нужно, сколько это будет стоить, какие там заявки подавать или формы заполнять. Вот, поэтому. Так, хорошо, друзья. Теперь. Мы еще обсудим, не переживайте, еще ваши вопросы все обсудим. Регистрация торговой марки. Тоже есть изменения. Смотрите, нам торговая марка вообще для чего нужна? для регистрации бренда на Амазоне. Называется бренд Registry. Это must-have, и это обязательно. Это уже не, как бы не, не рекомендую, да, это обязательно. Все, без него заходить на Amazon можете не заходить, сразу говорю. Если мы говорим про Private Label, то это бренд Registry, мы делаем 100%. Потому что это защита бренда и больше контроля вашего листинга, потому что это аплюс контент дополнительный блок с фотографиями, которые ниже, возможно, вы уже видели некоторые мои видео, где я показывал, да. Это возможно загружать видео на листинг. Без бренд регистра этого все нельзя сделать. Это возможно создать свой сайт внутри Amazon, это называется Amazon Store, да, где вы можете красиво показать там свои продукты, тоже какие-то видео загрузить, там прям конструктор есть такой. Это продвинутая реклама в PPC, ну, продвинутая в скобочках, нам, наверное, было взять. То есть там реклама дополнительная, это видео рекламу можно делать, там баннеры размещать в виде рекламы, да, на Amazon. Это все можно сделать только за бренд регистри. То есть без бренд регистра это не будет вам доступно. И возможно использовать, возможность использовать программу Вайн это по набору отзывов. Вы можете там 30 отзывов первых набрать с помощью 2-3 недели, как правило, по-разному, конечно. Но Потому что наоборот отзывы, это как бы такой достаточно сложный процесс на Амазоне, вот. Поэтому Вайн это программа легальная, официальная, Амазоновская, поэтому тоже только за бренд регистри. То есть это часть только преимуществ. То есть на самом деле их много больше, можно долго перечислять, но такие самые основные, которые мне показались -то важны, да в целом, все, это все, по сути, влияет на, на продажу, то есть защита бренда и больше контроля вашего листинга, да. То есть у вас будет название бренда, у вас хайджекеры, которые онлайн-арбитражники, слэш, они не будут, как правило, они на листинге не присоединяются, где есть бренд, как правило, потому что если они присоединяются, где есть бренд, то их можно оттуда убрать, вот. Они ищут листинги, где нет бренда, вот, в основном, вот. То есть, да, это все, по сути, влияет на продажи на Амазоне, на вашу конверсию, которая влияет на ваши продажи. Поэтому бренд обязательный. И для того, чтобы зарегистрировать этот бренд, нам нужна торговая марка. Без торговой марки мы этот бренд не зарегистрируем. Но это еще не все. Сейчас я расскажу, что еще нужно. Там нужно больше. Да, могут, Сергей спрашивает, что не всегда спасают от бренд-регистра. Да, не могут но их можно убрать, если у вас есть бренд регистры Они могут, но они в основном не идут. В основном они смотрят там, где нет бренда, потому что они знают, что если они присоединятся там, где есть бренд, то рано или поздно их туда уберут. То есть вам легче будет убрать их оттуда. Это правда, они могут зайти туда. Вот. То есть 100%, 100 гарантии нет такого. 100% гарантия будет тогда, когда у вас будет Transparency программ, там еще одна программа, кстати, которая тоже с помощью бренд регистры доступна. Вот, поэтому, ну и вы можете их убрать, когда у вас бренд есть. Без бренда это нереально будет делать. Хайджекеры — это те, кто присоединяется к вашему листингу и продают ваши, ну или там похожие товары, только по цене ниже, и забирает ваши, ну это если грубо говоря, и забирает ваши продажи. Вот, это называется хайджекеры. По сути, это ребята, которые работают по модели онлайн-арбитража. Вот. Вы тоже можете в Делавере открывать? Ну, это не, это не, без налог, не безналоговый штат. То есть, да, там есть свои плюсы. Вы можете в Делавере открывать, вы можете во Флориде открыть, вы можете в Вайоминге открыть. То есть все эти штаты нормальные для, для продажи. Но вы должны понимать, что такое НДС. НДС — это люди, которые покупают, то есть они платят sales tax, да, которые они покупают. То есть, по сути, вы же продаете на все США. Вы можете открыть Delaware. Там, да, тоже многих, кто рекомендует Delaware. У меня тоже там была компания в Delaware. В, э, данные компании защищены. То есть там есть свои плюсы. Но минус в том, что вам нужно, там писать, вам нужно платить там 300 долларов каждый год. Это называется франшиза штата. Она обязательная. По-моему, эта франшиза в 6 или 7 статах есть. И она есть в Delaware. В Вайоминге ее нету. Вот, поэтому можете открыть там. Многие там открывают многие зарубежные компании там открывают, то, что там инвестиции легче получить на деловерскую компанию. Поэтому это никто не говорит, что все, деловер нельзя. Нет, можете. Так, друзья, что нужно для регистрации торговой марки? Первое. Американский адрес. Почтовая ячейка не подойдет. Можно адрес с сайта Бизи. То есть мы зарегистрировали компанию на сайте Бизи. У нас есть адрес уже, да. Мы уже можем регистрировать торговую марку на этот адрес. Второе. Узнать, к какому классу относится ваш продукт. Тут небольшая ошибка. Вот. Мы расскажу, как узнать, какой класс. Сейчас посмотрим. Вот. И проверить, свободно ли имя торговой марки. Тоже покажу. То есть это нужно обязательно узнать. Второе, третье. Первое у нас уже есть. Например, если мы открыли компанию в США или у нас есть друзья, кто там даст нам адрес. И теперь осталось узнать, к какому классу относишься. И осталось проверить, свободно ли наше имя. Потому что самое важное, свободно ли наше имя. Самое важное. Итак, проверяем наше имя. Есть такой сайт. Вы просто можете написать вот в поиске Google USPTO uh, Trademark Search. Вот USPTO, вот видите, USPTO Trademark Search. Просто написать, и у вас будет первая ссылка по ходу, и по ней переходите. Вот у меня тут есть ссылочка, но, к сожалению, не смогу ее вам скопировать сейчас. Вот. Ну, опять же, вы можете в Google написать USPTO Trademark Search, там буквально по первой ссылке переходите, вот эта ссылка, в принципе, да, вот, или ведете вручную, в принципе, запись будет, поэтому, или просто напишите в Гугле. И дальше вы пойдете на такую страничку, и здесь нажимаем зеленую кнопочку «Trademark Search System», «Trademark Search System», то есть это официальный государственный сайт по регистрациям а, торговых марок, патентов, да, и так далее. То есть «United States Pattern Trademark Office», «USPTO.gov», да, государственный. Окей, okay. переходим, нажали на эту зеленую кнопочку. Ой, извините, перешли сюда. И здесь пишем наше название торговой марки. Например, я решил назвать торговую марку так же, как мою компанию Pink Flower. Например, для примера. Да? Пишу здесь Pink Flower, нажимаю вот здесь справа поиск. И дальше мне разные варианты. И дальше моя задача какая? Най найти, есть ли такое имя или нет. То есть если я вижу, здесь есть Pink Flower, то статус life, то есть она уже зарегистрирована, registered, то есть я, скорее всего, не смогу ее зарегистрировать. Да, там есть варианты, как еще можно, если разные классы, вот, э, о которых я поговорю ну, в следующих слайдах. Но в первую очередь мы должны убедиться, что такой торговой марки нет, то есть такое имя свободно. Да, вот именно как я написал, PinFlower. И тут у вас будет много листочков, может, там, не знаю, 10-15 страниц. Пролистайте все, проверьте. Если вы видите, что такого имя нету, то это хорошо. Если вы видите, что такое имя занято, например, здесь было бы Pink Flower, тогда это не означает, что вы не можете такое зарегистрировать. Да, вы еще можете, если вы скорее всего будете в другом классе. То есть, например, этот Pink Flower продает в классе, там, я не знаю, Baby, например, там, да, он продает какие-то детские игрушки, там, я не помню какой номер класса, просто для примера поговорю, да. А вы решили продавать одежду, то есть, да, у вас совершенно другой класс. По сути. Там есть а, шанс того, что вы можете зарегистрироваться, получить торговую марку, но все равно я не рекомендую. Могут быть проблемы в будущем. Вот, поэтому проверяем, свободно или нет. В первую очередь, идеально, когда такого имени нет. Вот это идеально. То есть тогда, в принципе, все окей, можете спокойно регистрировать, не будет никаких вопросов. Вот, окей, нажали, проверили. Дальше, а, что еще я вам рекомендую? я тоже, кстати, так делаю часто, я заказываю трейдмарк search, research на Fiverr у специалистов, типа как аторни по трейдмарк, типа как юрист или там, не знаю, как правильно сказать, юристы по торговым маркам. Я у них заказываю, там 35-50 долларов стоит у них research, Uh, вот. У них есть там база, у них есть свой аккаунт USP2, они более профессионалы в этом плане, они всю жизнь там регистрируют эти торговые марки десятками лет, да, и делают поиск. То есть дед, заказывают детальный поиск и анализ такой вот с моего имени. То есть если, в принципе, я вижу, здесь оно свободно, то я этого не делаю. Но если я вижу, что оно занято, и, то я хочу убедиться, насколько успешно, насколько я смогу это зарегистрировать или нет. То есть они, как правило, говорят в процентах. Вот например, есть какое-то имя, да. Я ему заказал там, за 35 долларов, вот, за, я его этого заказывал за 35 а, он там сказал, что ну, вот я тебе там, даю 70%, но успешность регистрации торговой марки, да, там или 100%. То есть, в принципе, они дадут такую информацию, если вы сомневаетесь. Если у вас такое имя, которое уже занято только другими классами. Я все-таки бы порекомендовал сделать бы еще research более профессиональный и как бы более детальный, да, потому что мы так посмотрели, грубо говоря, поверхностно, да, э, но они более детально все проанализируют. Вот. Да, если статус dead and cancel, то значит, уже торговая марка, как бы она уже прекратила свое существование. Да, Сергей спрашивает. Там да, такое написано, видите, есть cancel то ли да, то есть она уже как бы, скорее всего, уже все, она уже неактивна, не not live, да. Поэтому, скорее всего, вы сможете зарегистрироваться, но все равно есть шанс того, что может быть и отмена. Поэтому лучше, конечно, заказать research, чтобы уже на 100% убедиться, что все хорошо. Но если видите, что вашего имени здесь нету, то в принципе или тут написано no, не 398 results, а пишется zero results, то в принципе, как правило, можете без проблем можете регистрироваться. Можете без, не делать этот ресерч. Окей? Okay? Теперь поиск класса для вашего продукта. Поиск класса для вашего mm -hmm. продукта. Вот Андрей тоже интересный вопрос спрашивает. Возможно, многим будет интересно. А насколько э, принципиально, чтобы имя соответствовало продукту, чтобы имя соответствовало. То есть, типа я продаю посуду, а торговая марка будет что-то вообще не связано с этим. Это нормальная тема, Андрей. Я вам тоже, кстати, рекомендую. Вот, на будущее подумать, буду да, то есть, что вы будете продавать под этим именем. То есть, например, если у вас продукт категории baby, например, да. Примерно, да если вы назовете как-то имя какое-то такое, связанное с детками, да, ассоциация такая будет, то это тоже, в принципе, неплохо. Но вы понимаете, что вы дальше этой ниши никуда не пойдете, потому что продавать посуду под этими именами вы уже не сможете. Вам нужно уже будет другую торговую марку открывать. Вот. Поэтому, как бы, смотря какие у вас задачи, что вы планируете продавать, если вы планируете продавать там все подряд, то, в принципе, окей, придумайте какое-нибудь нейтральное имя, ни к чему не относящееся, и все, как бы, без проблем, да, регистрируйте. Ну, а если вы хотите там, продавать конкретно там, только в нише Baby или Pets и больше никуда, то вы можете придумать какое-то имя, которое ассоциируется с этим продуктом. Это тоже хороший вариант. На самом деле, когда вы вот начнете анализировать продукты на Амазоне, вы увидите такие имена, ну, извините меня, китайца, которые делают китайцы, что понимаете, что, блин, никто на это имя уже не смотрит толком. Конечно, мы хотим классное имя, чтобы оно запоминалось, да, бросалось в глаза. Но когда я смотрю на цифры, сколько продают китайцы, как у них называется бренд там с 40 каких-то символов, набор которых да, идет, рандомный просто, ну как бы уже задумываешься, а может его не придумывать это имя, пускай будет что уже попало. Вот. Но, конечно, лучше придумать классное, запоминающееся, естественно, чтобы не стыдно было потом и продать. Так, Выбор класса, друзья, вы тоже должны знать, как, что такое класс. То есть существует всего 45 классов, да? То есть классы, грубо говоря, это типа как категории, вот. Например, есть класс 25 одежда, closing. В этот класс входит все, да, там. Вся одежда, которая есть, она входит туда, в этот класс. Там платье, мужские, женские, что угодно, все, все, все входит. Есть класс, например, не знаю, там vehicles, да, там машины, там. Есть класс medical аппараты, то есть тут такие нестандартные классы, да, то есть и в каждом классе тысячи, 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 тысячи продуктов. То есть вам нужно понять, к какому классу относится ваш продукт. То есть к этому моменту вы уже должны понимать, что вы будете продавать, да, к моменту регистрации торговой марки. Например, например, вот тут есть ссылочка, но опять же вы можете в поиске написать uh, trademark класс uh, search, Trademark Class Search. Я вам сейчас сюда напишу в чат. И вы там прямо видите. Trademark Class Search. Вот таким образом написали. В принципе, первая ссылка вот такого плана она выглядит. Опять же, все USPTO, официально, государственная ссылка. Переходите. И дальше, например, если вы планируете продавать дощечки для резки, вот у вас будет такое окошко. Вам нужно в поиске написать то, что вы планируете продавать. Ну постарайтесь грамотно написать, там точно название продукта, да. Например, Cutting Board, это щечки для резки. Я не знаю, если вы продаете э, игрушки для собак? Toys for Dogs, да, например, написали. И дальше нажимаете поиск, и оно показывает вам к какому классу, вот, например, Cutting Board относится этот продукт. Видим, 21. А 21 у нас что? 21 возвращаемся, у нас Housewares and Glass. Ну, вот, типа house, and glass. Это 21 класс, к нему относятся. В этот класс входят также и дощечки для резки, Да, дощечки для резки. Поэтому вот ввели, проверили класс. Все, теперь вы знаете, к какому классу относится ваш э, продукт. И, соответственно, вам нужно будет его выбрать при регистрации торговой марки. Да, Илья, будет. Спасибо, что ответь, ответил, ответили. Э, дальше. То есть. Все, проверили класс, проверили имя. Да, то есть у нас готово. У нас есть американский адрес, класс продукта знаем и свободное имя торговой марки. То есть в принципе все, вот эти все три момента есть. Мы уже готовы регистрировать торговую марку. Теперь, теперь, как ее регистрировать, друзья? То есть расскажу вот четыре метода, да, и вы сами уже для себя выделите, какой вам лучше, и я расскажу, каким я предпочитаю. Первый. Самому на сайте uspto.gov вам обойдется 250 долларов. Что такое 250 долларов? Это стоимость одного класса. Вот. Возвращаемся обратно. Наши классы. Если я продаю дощечку для резки, мне класс 21. Если, например, я знаю, что под этим брендом я буду продавать дощечки для резки и, например, одежда пускай будет. Closing. То есть у меня будет два класса, соответственно, я заплачу не 250, а 500 долларов. Это государственный сбор, ну, налог, да, на этот. То есть за один класс стоит 250 долларов. Понятно, да? То есть вы иногда, иногда, когда вы регистрируетесь, возможно, у вас планы большие. Вы знаете, что я буду продавать и вот эти продукты под этим брендом, и потом еще вот эти планирую в будущем запустить. То я вам сразу рекомендую зарегистрировать два класса, чтобы потом это не добавлять. Окей? То есть 250. Возвращаемся обратно. Вот, то есть это напрямую. Это сложнее всего, вот, потому что там нужно видеоверификацию проходить, это на сайте из Go еще попробую разобраться. У меня, я знаю, у меня ребята, кто обучается, они делают напрямую, у меня там есть урок, тут как бы поэтому как бы здесь вам на скриншотах не покажу, к сожалению, как это делать на из И там достаточно документы нужны, немаленькое количество, и не всех тоже получается это делать. Но это быстрее всего, и как бы, да, это сложнее, но это быстрее и дешевле всего. Да? 250 долларов, все, за один класс заплатили. Потом, есть на сайте biz.com, там, где мы регистрировали компанию, там же есть в сервисах, если зайдете, там меню сервисы, там же есть регистрация торговой марки. Так вот, там стоит 299, это их услуги, ну и 250, это класс. Получается 599, 600 долларов. На Fiverr, то, что я вам рекомендую, друзья, стоит 250 долларов, это комиссия USP, и 150 долларов, это комиссия фрилансера. То есть вам обойдется в 400 долларов. В принципе, я вам рекомендую этот метод. Потому что, да, он дороже, чем если напрямую, но он дешевле, чем многие другие методы и чем многие, кто другой вам там предложит на рынке. Я уверен, что меньше 400 вы не найдете нигде, кто вам предложит зарегистрировать торговую марку. Поэтому я рекомендую делать через них. А, так, по-моему, я где-то должен рекомендовать вам, наверное, нет. Вот. вот, давайте вернусь обратно, покажу вам, через кого. Вот я через этого парня тоже делал через его регистрацию, у него там больше тысячи отзывов, пятерочки, в принципе, был оста... результатом был доволен. Ну, я там и ресерч заказывал, мне ребята заказывали у него регистрацию, я и напрямую тоже делал, но он очень быстро в течение недели вам регистрирует торговую марку. Что такое регистрировать, регистрировать торговую марку в течение недели? Я имею в виду, в течение недели он подает заявку. Сама регистрация торговой марки идет там, до года, там, 8 месяцев, 10 месяцев, плюс-минус. Это официальная регистрация. Но что нам нужно для Амазона? Чтобы нам зарегистрировать бренд, нам нужно serial number, серийный номер. Так вот, как только вы подаете заявку на регистрацию, оплачиваете 250 долларов, вам сразу в ту же секунду, в ту же секунду дается серийный номер. Вот, вот, если вы делаете напрямую, а я делал много раз, вот сразу я получаю в этот момент ответ, э, там письмо на вашу почту, вы там где указано, ваш сериал номер. Вот, все, с этим серийным номером через 2-3 дня вы уже можете идти на Amazon регистрировать бренд. Сама торговая марка регистрируется, как я сказал, там 8-10 месяцев. Четвертый метод, который я рассказывал в предыдущих видео, которым тоже много открывал торговых марок через сайт Redmark Engine, но Раньше, я же говорю, два года назад, не знаю, было идеально. У них стоят услуги 99 долларов, э, там 350 или 250, э, не помню уже, по-моему, 350 э, они брали за класс. То есть это стоило все 449, но это было реально быстро. Там, в течение недели они вам давали, там, двух недель давали это серийный номер. Сейчас это очень долго, очень долго. Люди ждут по месяцам, полтора месяца, кто-то два вообще ждал. Я просто не понимаю, почему так все долго вот. Но прям очень ужасно. Все очень используется сервис, очень сильно. Я не знаю. Возможно, владельцы поменялись. Но, я же говорю, я через них очень многим и сам себе регистрировал, и многим ребятам регистрировал. Вообще не было проблем. Сейчас, последний год, полгода, я не знаю, это вообще катастрофа. Поэтому я уже не могу и вам, и вам рекомендовать. Поэтому я вот рекомендую вам с этих трех, вот если вы вот проще всего Fiverr, вот серьезно говорю, и ты дешевле 400 долларов, да, напрямую, если вас вы знаете, понимаете, у вас есть документы, вы можете делать напрямую. Вот, э, но проще всего через Fiverr. Все, 400 долларов плюс-минус там 400. И вам в течение недели будет серийный номер. И там вам ребята реально с отзывами, которые этим уже занимаются там по десят, десят, десятками лет. Вот. Поэтому моя рекомендация Fiverr. Я вам показал, через кого я делал. И мне ребята делали. И в принципе, да, вот этот парень. Как бы. просто напишите в поиске Trademark Search или Trademark Registration, нажмите поиск и найдете этого парня. Можете спокойно, у него, по-моему, стоили 140, 100 долларов или 150 стоят его услуги, ну и плюс регистрация торговой марки, плюс он еще делает ресерч. Можете других выбрать, там есть и другие ребята, которые тоже с отзывами, ну, этот парень живет в Канаде, по-моему, и вот он мне дело там, помогал с торговой маркой. Вот. Что еще важно понимать, друзья? Важно понимать то, что через полгода, через полгода, если вы берете 250 долларов, э, вот вы, когда вы начинаете регистрировать торговую марку, что вы указываете? Там есть такой пункт, называется э, intent to use, то есть вы планируете использовать эту торговую марку в будущем, да? То есть у вас вы еще не продаете товары, то есть сейчас у вас еще нет товаров с этой торговой маркой на Амазоне, например. То есть если вы указываете, что э, там 1А, по-моему, или 1Б, честно говоря, не помню. То есть обычно указано то, что мы планируем в ближайшем будущем продавать. То есть если мы укажем это, то это 250 долларов мы платим. И через полгода, через полгода вам придет письмо от USPTO официально с просьбой, с просьбой отправить пруф то есть подтверждение того, что вы уже продаете этот товар. Как правило, это фотографию, Девид на ваше имя бренда, там, да, и вы, еще, и вы еще должны будете заплатить 100 долларов. То есть это вот 350 в итоге вам боется. Но это через полгода. Вы можете это сделать сразу, но вам нужно будет проговорить этому парню или с кем вы там делаете, сказать, что вы уже продаете, может, вы не продаете, но у вас уже есть товар с логотипом совсем. Вы можете ему пруф показать. То сразу вы заплатите эти 350 вместо 250, да? И через полгода вам не нужно этот пруф подтверждать. Вот. Поэтому тоже такой важный момент. Знакомые хвалят Legacy Trademark, что о нем скажете? Честно говоря, я не помню эту компанию. Что-то знакомое, может, и если увижу, вспомню, но пока ничего не могу сказать. Так, друзья, то есть вот это то, что я рекомендую по торговым маркам. Товарные классы в США и в Европе одни и те же, знакомая с регистрацией ТМ в Европе. Да, там разное, разное. То есть, если вы хотите в Европе продавать, вам нужно регистрировать в Европе торговую марку. Ну, там классы похожие, но имеется в виду, нужно это разная регистрация совершенно. Разная регистрация. То есть, для Европы вы регистрируетесь, и у вас будет по всему Евросоюзу работать. На кого регистрируете, Андрей спрашивает? На кого регистрируем торговую марку, если на физлицо, при том, что я живу за границей или на USA компанию, что мы открыли? На USA компанию, конечно, я вам рекомендую открывать на USA компанию. Поэтому вам и нужен американский номер и компания. То есть я вам рекомендую доделать на компанию? Можно и на физлицо? Можно. Там свои сложности будут, но можно. На каком этапе, Сергей спрашивает, регистрация торговую марку? Ну, смотрите, на этапе, вот, например, вы, запла ну, вот, вы еще даже не заплатили за товар, или там вот планируете заплатить поставщику, то есть вы уже решили, какой товар, определили, сделали все просчеты, да, у вас есть Amazon аккаунт, у вас есть американская компания, и вот уже нужно регистрировать торговую марку, да, то есть вы уже должны придумать, то есть вы знаете, что вы будете продавать, я не знаю, клавиатуры, например, э для компьютеров, да, и, соответственно, вы уже придумали название, и все, уже идете его регистрировать. То есть вы уже понимаете, есть продукта, потому что вам нужно класс под этот продукт выбрать, да, и нужно регистрировать до того как, момента, как вы оплатите. Я рекомендую это сделать. Ну, чтобы не было никаких -то нюансов, знаете, о том, вы оплатите, там, договоритесь с поставщиком о упаковке, о названии бренда, э -э вот, э -э а потом что-то там, блин, при регистрации вам скажут, что такое занято или еще что-то. Навали, бывает всякое. Поэтому лучше сделать до того, как вы оплатите поставщику за товар. Окей, друзья. Э -э регистрация бренда регистрация бренда на Амазоне. То есть мы зарегистрируем торговую марку. Что нам нужно для регистрации бренда? Первое, серийный номер, serial number, получим после регистрации торговой марки. Здесь тоже уже больше добавилось. Раньше это было три документа, сейчас уже 5. Потом фото товара, где видно имя вашего бренда, да, ну или логотип, что у вас там, да, то есть это фото товара или упаковки тоже подойдет. То есть если, например, вы чаи, Понятно, что на чай вы никак не разместите да, на сам продукт, да, то есть у вас будет упаковочка красивая, вы ее сфоткаете, там одно-две фотографии достаточно будет, то есть главное, на телефон, не, там не нужны профессиональные фотки, там не нужно 3D-рендеринг, ничего, на телефон щелкнули, достаточно. Главное, чтобы Amazon открыл и понял, что там это, увидел эту торговую марку, да, то есть этот бренд, имя, которое вы зарегистрировали. Дальше, инвойс на владельца торговой марки, это важно, Инвойс на владельца торговой марки. Смотрите, если ваш владелец торговой марки, ваша компания, то есть вы регистрируете на компанию, соответственно, в этом инвойсе должна быть эта компания. Понятно, да? То есть там будут данные поставщика китайского и данные вашей компании. Ну, если это она владеет торговой маркой. Если вы как физлицо владелец торговой маркой, значит, это на вас. Понятно, да? Это важно, потому что Amazon будет сверять. То есть он сверит в системе USPTO, совпадает ли владелец, который на инвойсе и в этой системе USPTO. Понятно, да? Четвертое. Договор с поставщиком на владельца торговой марки. Опять же, да, видите, там пишут владельцы торговой марки. То есть договор должен быть с поставщиком. Раньше такого Amazon не просил, сейчас уже просит. А, если вы оплачиваете, оплачиваете через Alibaba, вы можете скачать это на Alibaba. По-моему, завтра я вам это расскажу и покажу. Там есть стандартные договоры, оно автоматом подгружается системой. Вот. Главное убедитесь, убедитесь, что это договор на владельца этой торговой марки. Если нет на либобе, ничего страшного, сделайте сами. То есть там обычный стандартный договор подойдет. Там даже печати не надо. Там даже Amazon все равно есть печать, нет, он на это не смотрит. Вот главное, чтобы была какая-то информация на английском. Buyer, то есть вы, то есть seller, это продавец, поставщик Buyer, вы, ваши данные, какие-то пункты. Это можно в чате через сделать. Вот. И заходим на сайт brandservice.amazon.com и начинаем регистрацию бренда. Начинаем регистрацию бренда. Так. Движемся дальше. И здесь нажимаем на... Вот мы зашли на этот сайт, нажали сюда Brand Registry. И здесь нажимаем Enroll a New Brand. Enroll a New Brand. Вот. Нажали сюда. Это отдельно, друзья, этот сайт, это отдельно, brandservice.amazon.com, это как отдельный департамент, да, вот, поэтому там немножко другой интерфейс. Нажали на new brand, и дальше что нам необходимо заполнить? Нам необходимо заполнить форму, форму для бренд Registry. Первое, сверху пишем имя вашего бренда или торговой марки. Я тут написал Андрей Василенко, но не путайте, здесь не имя, фамилию надо писать, а, например, Pink, если у нас бренд называется Pink Flower, значит, пишем Pink Flower. Да. Потом, серийный номер здесь указан. Вот важно, тут указываем серийный номер, который вы получите после регистрации торговой марки, после подачи заявки, так правильно сказать. Потом, Здесь uh, product information – это опционально, optional, видите, я не рекомендую, можете не заполнять, я его никогда не заполнял, никогда не было проблем. И вот фотографию необходимо заполнить вот здесь, друзья. Здесь загружаем фотографию вашу, да, продукта, минимум одно фото, где будет видно ваш бренд, да. Когда вы напишете здесь серийный номер, не забудьте напи... нажать на verify, verify, потому что если вы увидите такой красный надпись, вот, значит, это торговая марка, возможно, вам еще нужно пару дней подождать, подождать, пока она появится в системе. Вот, нажали Verify, тут появилась такая зелененькая галочка, что все окей, нажимали Next, у меня, к сожалению, тут нету, да я не могу дальше показать, в следующем э, страничке вам нужно будет загрузить invoice или здесь иногда просят, иногда на следующей странице просят invoice и договор, вам нужно будет указать еще. Также нужно указать, что вы не производитель, то, что вы как бы покупаете продукт у производителя, то есть вы не являетесь прямым там производителем, да? Там тоже нужно будет указать пунктик. Все, заполнили там вторую, следующую страницу там, и потом в течение там недели, там пяти дней рабочих правил вы получите ответ. То есть да, но что важно сказать, Amazon может что-то попросить, какую-то дополнительную информацию. Первое предоставить больше фотографий товара с логотипом или какие-то другие документы ему возможно не понравится там что-то не знаю договор не понравился или еще что-то он пришлет вам письмо и вы это все увидите и второе Amazon может выслать на вашу почту специальный код кстати второй пункт это очень часто у многих с verification код что вам нужно будет сделать смотрите он тоже вам пришлет письмо скажет я отправил на владельца на почту владельца торговой марки верификационный код пожалуйста ответьте мне этот код, да, и тогда там, я вам запрулю этот бренд. То есть вам нужно будет открыть вашу почту, на которую вы регистрировали торговую марку, да, там придет код, так и, так и пишется, verification код, и там очень много разных букв, цифр, он такой длинный. Вы его копируете, потом заходите на Amazon Brand Registry, да, то есть не отвечаете на почту с Gmail, например, нет, вы заходите на, на Brand Registry. Вот здесь сверху нажимаете, э, по-моему, «Support», да, или монитор, или и там кейс, открываете кейс, open the case, или что-то в этом роде. Там будут все письма. Находите это письмо, где он просил вас а, отправить, а, как его, verification код, да, и отвечайте на это письмо, и вставляйте этот verification код. И тогда он вам верифицирует а, торговую марку буквально через два дня, там, плюс-минус. То есть, вот, это, кстати, второй пункт у многих такое. Поэтому. Это тоже относительно новое, не то чтобы сказать новое, но точно уже год так точно его начинают просить этот верификационный код. Поэтому, чтобы вы не запутались, у вас есть 10 дней, друзья, тут 10 дней дается Amazon, чтобы вы отправили этот verification код. Он, он вам сразу отправляет буквально на почту вашу, на которую, вы, на которую у вас числится регистрация аккаунта, вернее, регистрация торговой марки, извините. Окей, это понятно, друзья. И еще, кстати, если вы указываете компанию, то он еще может попросить э, указать налоговый номер компании и Да, кстати, может попросить у вас. Вот здесь на следующем этапе он может попросить у вас указать налоговый номер и Поэтому тоже будьте готовы, что это попросит. Если у вас, э, а если у вас торговая марка на, на, на компанию зарегистрирована. Окей, друзья, мы мы уже подходим к концу. Нас смотрит 126 человек, молодцы, кто досидел. Мы уже сколько, два часа, да, я так понимаю, ровно идем, два. Давайте э, я сейчас поотвечаю на ваши вопросы, но перед этим вкратце расскажу по завтрашнему дню и по обучению. Смотрите, э, у нас на завтра план, это поиск продукта, там поставщиков, договор, доставка товара, да, такие моменты, вот, если вы еще не остановили Helium 10 расширением, пожалуйста, обязательно установите, потому что вам это пригодится по-любому для поиска продукта, для анализа ниш, категорий, потому что без него вы не сможете, даже если вы знаете, какие продукты вы будете продавать, все равно вам нужен хотя бы там проанализировать, посмотреть ваших конкурентов, окей, поэтому обязательно скачайте, я вам скину ссылочку сейчас, ссылочку сейчас скину на Helium в чатик, там у меня есть, по-моему, 20% скидки, вдруг кому надо, можете взять. Вот, я вам скинул. Вот. Я им лично сам пользуюсь, поэтому также вам рекомендую Helium пользоваться. В любом случае, вам нужно его установить как минимум расширение. Расширение, оно бесплатное. Вот. Вам нужно зайти в Google, написать в Google Helium 10 Chrome Extension и добавить расширение себе в браузер. Вот оно сверху у вас добавится в браузере. И с его помощью вы сможете и маржинальность посмотреть товары. То, что я вам буду завтра показывать, просто чтобы у вас это уже было. Да? Чтобы вы могли смотреть завтра вебинар и параллельно там что-то у себя проверять. Индивидуальный аккаунт не, реги... не рекомендую, Александр. Забудьте, пожалуйста, про индивидуальный аккаунт. Вам нужен профессиональный аккаунт. Профессиональный аккаунт может быть и на физлицо. Индивидуально точно нет. Я не, я не помню, что там можно или нет, но я никогда им не пользовался. Один раз, по-моему, попытались его открыть. И поняли, что там вообще ничего нет у меня. Просто ничего нету Поэтому без... вообще нет смысла. Да, вот этот промокод, друзья, я вам скинул. А, Евгений, по поводу Sales Tax и Sales Certificate, давайте завтра обсудим. Как раз эта же тема, либо бы там, он, он нужен туда. Поэтому я вам завтра и расскажу. Просто спросите меня завтра, хорошо. Мне просто будет удобнее завтра вам рассказать. Тем более это будет тема такая. Вот. Вот, друзья, вот, или вы напишите просто промокод VASLINKO20, тут 20% скидки. Рекомендую брать платиновый пакет за 80 долларов. Стартер очень базовый, даймонд очень дорогой, тоже нет смысла. В принципе, оптимальный платинум. Хотя бы на месяц вам точно нужно будет взять э, этот э, Helium 10, он вам пригодится 100%. Скидочку вам еще раз скинул, все, я вам скинул всю скидочку на чатик. Теперь вкратце расскажу о обучении и отвечу на ваши вопросы и план на завтра. У меня есть сайт vassinko.school, сейчас я могу тоже вам показать. Вот. Здесь вы можете посмотреть по обучению немножко информацию, по курсу, по что входит в курс, наполнение какое в курса. Вот. Вы также можете там посмотреть видео небольшой обзор курса. Сейчас я отвечу на все вопросы, друзья. Буквально 5 минут и потом поотвечаю на ваши вопросы. Вот. Небольшой такой скриншотик результата учеников. Тоже можете посмотреть. Кого-то кто-то на 6 тысяч долларов, кто-то на 8 выходит. Это первый месяц, кто-то на 17, кто-то на 39. Ситуация разная у всех, естественно. да. Вот. Поэтому в целом, в принципе, вот такие результаты, нужно понимать, это первые месяца. Да? в основном то, что я показываю вам, это первые месяцы результата. Да? Опять же, я не говорю, что это чистая прибыль. Вы тоже должны понимать. Да? То есть, э, мы должны понимать, что все, все, что мы продали, там первые месяцы, полгода, там, мы будем реинвестировать. Мы будем реинвестировать в рекламу, мы будем реинвестировать в продукты, там, продвижение и так далее там, по То есть нужно понимать, да, что это не чистая прибыль. То есть нужно настроиться на то, что вы будете работать. Там, первые полгода так точно, будете вкладывать время свое, инвестиции и так далее, и так далее. Пока вы не построите какую-то стабильность, вы сами увидите с каждыми новыми отзывами, там сотни, двухстами отзывами, трехстами отзывами, вам будет все стабильные продажи идти. И вы плюс-минус будете понимать, что работает, какая у вас реклама работает. Опять же, это со временем будет. Вначале вы будете тестить какие-то рекламные кампании, каких-то блогеров. Это все понятно, что будет бюджет выходить, да, в расходы. Пока вы не, найдете нужную для вас правильную, правильную как бы, канал продаж. Uh, информация об учении. 15 модулей, более 120 уроков. Все уроки составлены по приоритетности. Также у нас закрыта телеграм-группа с участниками курса, где вы получаете поддержку от ребят, от меня по-разному. Вот, у нас уже есть очень много опытных ребят, кто уже давно продает. Uh, у нас менторов нет. То есть, в принципе, я в чате сижу, я там периодически созваниваю с учениками, если нужна какая-то помощь. Поэтому как бы, я никого не перекладываю эту работу, окей? Okay? Курс рассчитан для новичков, то есть каждый шаг объясняю максимально детально и простыми словами, вот как я сейчас вам объясняю, там тоже все наглядно я показываю, включаю свой экран, только там не презентация, там все видео, да, все как бы в лайв режиме, не в лайв режиме, а все в записи, в реальности, да, то, что я там регистрацию сам делаю и так далее. То есть там не презентация, то есть там более еще детально, чем здесь. По стоимости, смотрите, доступ к курсу вы получаете на постоянной основе, как и поддержку на постоянной основе, друзья. Вот, потому что запуск, как помните, это 3-6 месяцев минимум. То есть поэтому я вас не ограничиваю по времени. Кого-то больше времени, он за 3 месяца может запуститься, кого-то меньше времени за 6-7 месяцев. Это тоже окей. Я считаю, это нормально. потому что инвестиции не маленькие. Да? Нужно подойти грамотно к поиску продукта. Поиск продукта у вас тоже может занять время. Месяц, полтора. Ну, то есть кого-то быстрее, кого-то кого, -то, кого -то дольше. Но это время как бы надо. И э, по стоимости, поэтому стоимость 999. Для ребят, кто, кто смотрел этот вебинар и кто вот оставит заявку там до конца недели этой, то скидку 100 долларов, поэтому за 899. Вот. Как я говорил, самое главное это поддержка. У нас в в какие форматы поддержки? Вопрос-ответ закрытой телеграм-группе на постоянной основе. Вопрос-ответ личных сообщений в телеграме. Мне многие ребята пишут в личке, не только в группе в общей. Какие-то личные вопросы. Там, не знаю, Андрей, посмотри продукты. Там или еще что-то. Кто не хочет делиться, это тоже нормально. Поэтому тоже в личные сообщения пишут. Есть также одна входит видео, одна видеоконсультация один в один. То есть, да, то есть мы также делаем это с участниками, с вами, да. Вы можете взять на любом этапе. Нужна какая-то помощь моя, там, не знаю, настройка рекламы, какая-то регистрация или поиск помощи с продуктом. Договорились, созвонились, вот, сделали по Zoom. Вы выключили свой экран, я посмотрел, проверил все. А, также мы делаем периодически Zoom-звонки групповые. Периодически делаем. Вот в прошлый раз мы делали там, и со мной, до этого мы делали с бухгалтером. То есть периодически мы тоже делаем, если какая-то тема, я стараюсь тоже периодически там, раз в две недели, раз в три недели по-разному делать групповые звонки, где с какими-то экспертами или со мной там или еще что-то. То но коммуникация идет каждый день. То есть это не означает, что раз в три недели я отвечаю на вопросы. Нет, коммуникация у нас ежедневно идет. Окей. Вот. Okay. Друзья, давайте я вам вкратце вот еще покажу. Uh, ой. Ой, вот так вот. Скидка это год. Да. <laughs> Мне просто многие просили скидки. Обычно я не делаю скидки, но думаю, попробую. Uh. Вот, друзья, сайт vasilinko.school, вот здесь можете посмотреть, почитать программу курса, вот здесь есть программа курса, здесь даже есть видеообзор, я включать не буду, тут я показываю сейчас вот, как вот выглядят уроки, Вот, как выглядит урок. Видите, под каждым уроком есть разная информация, PDF-файлики, какая-то информация. Видите, уроков очень много. Видите, есть и большие уроки, и маленькие уроки. По-разному. То есть есть разные темы. Где-то уроки там 15 минут, где-то есть уроки часовые, понимаете. Но смотрите, интересно в том плане, что все по, -по структурировано. То есть вам не нужно там скакать там, с первого на 13 модуль, понимаете. То есть все структурировано. И вот вы можете посмотреть. Здесь я вот рассказываю какие-то, да, там вот какие-то ссылки есть. Вот. Тут я показываю, как у нас чат идет, общение в чате. Да, у нас, видите, у нас есть группа, общаемся в чате. Я все это тоже пока, Ну, в этом коротком видеообзоре показал вам. Вот. И тут можете программу курса посмотреть. Тут 15 модулей. Очень много информации. Очень много информации. Очень много полезной информации. Вот. По сути, как бы вы получаете поддержку на каждом этапе. Вот. А, окей, друзья, давайте сейчас заключу на весь экран. Анастасия, бюджет на рекламу. Смотрите, вот вы сразу планируете, ну вот если по сути за рекламу вы будете платить с продаж. Да, вот э, как минимум долларов 40-50 в день вы точно должны бюджетировать на, на рекламу. То есть ну 40 вот минимум. Если у вас один продукт, например. Если у вас один продукт. Давайте, друзья, поотвечаем на вопросы ваши еще немножко и уже будем встречаться завтра. Поэтому, друзья, скидка только для тех, кто подаст заявку до конца этой недели. Окей? Okay. Сразу повторяю. Какой ноутбук купить технические характеристики, Катерина, вообще все равно. То есть вам не нужны там супер ноутбук, но вы ничего монтировать не будете. Поэтому вот. Кстати, Сергей тоже хороший вопрос спрашивает. В чем отличие названий компании, бренда и торговой марки? Смотрите, Название компании, то есть бренд и торговая марка это все одно и то же сразу. Да? Бренд, торговая марка это одно имя, да? И есть название компании. Так вот, название компании, например, LLC, может быть как такой же, как торговая марка и бренд. Ну, это все одно и целое, да. Или оно может быть другое. Почему? Потому что под торговой под, под, под компанией, под одной компанией у вас будет, может быть много торговых марок. То есть вот если одна какая-то торговая марка, вы продаете, например, я не знаю, там, Baby, есть другая торговая марка, вы продаете э, одежду, есть третья торговая марка, вы продаете Home and Kitchen, понимаете? То есть есть разные торговые марки, и все это владельцы этими тремя торговыми марками является одна компания. Понимаете, да? То есть, поэтому, когда вы регистрируете компанию, я рекомендую вам регистрировать нейтральную компанию. То есть, например, что-то там нейтральное, что ни к чему не относится. Потому что вы в будущем что-то захотите другое продавать под этой торговой маркой, и вы можете это без проблем делать. Так, программа рассчитана на 2023 год. Обновляете ли вы информацию? Да, Дмитрий, обновляю информацию. Некоторые уроки уже обновил, вот. некоторые уроки обновляю. Поэтому, конечно, информация все будет обновлена. Не переживайте за это. Тоже интересует Европа. В курсе все только по США, и если у меня есть э, ИП в Германии и аккаунт, можно ли взять часть курса про поиск товара, рекламу и прочее? Uh, ну, часть курса я не продаю, к сожалению, вот. Ну, конечно, напишите, вот, но смотрите, у меня, да, у меня США, то есть отличие Европы и США, понятно, что это компания. У вас компания уже есть, Жанна, вот, это уже хорошо, uh, тем более вы написали, вроде у вас есть аккаунт, да, и IP в Германии, и аккаунт, да, поэтому, в принципе, у вас это, эта работа сделана, то есть, по сути, разница только в том, что в регистрации компании, в регистрации торговой марки, то есть мы говорим Европа и США, а по сути поиск продукта один и тот же. Если смысл поднимать VPN в Америке, заходите с него на Amazon или можно из любой страны заходить. А, Ирина, смотрите, на самом деле, если вы планируете работать дома, вот, да, вот дома пока что, заходить на Amazon, не планируете там путешествовать постоянно, да, не планируете там работать в каких-то кафешках, то работайте с домашнего интернета, вам не нужны никакие VPN. Ну, тут VPN не нужен, тут VPS нужен. То есть, если нужен, то нужен VPS, виртуальный сервер. Это немножко разное, чем VPN. Вот. А, то он, его не нужно покупать, потому что VPS стоит тоже там 16 долларов, 18 долларов, плюс-минус какой-нибудь адекватный, там в районе, ну, 16-18 долларов стоит VPS в месяц. Вот. То есть, если вы планируете продавать дома, то вам он не нужен. Вот если вы планируете путешествовать, работать в каких-то кафешках, каворкингах и так далее, то, конечно, я вам рекомендую VPS американский, чтобы Amazon видел, что вы с одной заходите в локации, да, потому что у меня уже были такие случаи, у меня лично, когда работал в кафешке, да, там я в своем Amazon аккаунте, не через VPS, через Wi-Fi, обычный паблик, и там еще другой человек работал тоже на Amazon свой аккаунт и получили бан, называется Банзари за связь за связь по IP вот так вот поэтому пришлось потратить месяц месяц как бы нервов было и так далее и, конечно это время я не продавал поэтому если будете дома работать не переживайте работайте с домашнего интернета и все будет хорошо если планируете на стоп путешествовать то лучше конечно VPS так, а если прошли регистрацию на профессиональный аккаунт и деньги в размере 48 долларов можно вернуть, если магазин не работает без товара, не подскажете, где это или куда обратиться? Да, можно вернуть. Смотрите, Amazon не имеет права вас снимать деньги, пока у вас нет активных листингов. То есть у вас нет товара, вы не продаете ничего. Он не имеет права снимать эту банплату. Поэтому, Обычно при регистрации он сразу снимает, это правда, то есть сразу, при успешной регистрации, да, то есть вы прошли верификацию, все хорошо, он снял с вас там 48 долларов. Потом, если он начинает снимать с вас до сих пор, каждый месяц, то вы можете эти деньги вернуть. Вот. Первую оплату я не знаю, можно или не можно. По-моему, тоже можно первую оплату вернуть. Вам нужно написать поддержку в Help и написать ситуацию. Потому что по правилам Amazon он не имеет права, право снимать у вас деньги, пока у вас нет то есть активных товаров. То есть, например, вы сегодня регистрируете аккаунт, а начинаете продавать через 4 месяца, эти 4 месяца он у вас снимать не будет, он не имеет права это делать. Где можно посмотреть ресурсы с регистрации торговой марки и бренда в Европе? Вы говорили, ресурсы отличаются. Да, э, отличаются, но я вам не скажу, где можно посмотреть. Там, есть, там другие сайты. Вот. Ну, обратитесь на Fiverr. Вот. На Fiverr там 100% найдете без проблем хороших специалистов. Что если прервать подписку на ФИСК, э, адрес после получения EIN? А, не рекомендую это делать. А, не рекомендую. По-моему, не было таких случаев, чтобы перервали. А может и было, честно говоря, не помню. Но лучше не делать. По-моему, кого-то было, пока вроде ничего не произошло, но лучше не, не рисковать. Спасибо, спасибо большое, Андрей, очень круто объясняешь. Спасибо, Эдгар. Есть ИП в Германии, у него зарегистрирован аккаунт на Amazon, хотим продавать в Америке. Как регать торговую марку? То есть вы хотите с э, германской компанией, с немецкой компанией работать в США, правильно я вас понимаю? То есть не с американской, а с немецкой в США. Какие документы нужно для регистрации с территории, с территории Польши? Вам нужно открыть Amazon аккаунт sal.amazon.com, выбрать страну Poland и посмотреть, какие там нужны документы. То есть и решить для себя, вы будете работать как физлицо или через компанию польскую. Чтобы вывести товар из Беларуси, нужен договор между мной и Amazon. Есть договор. Александр, я, по-моему, по, по договору там ничего не надо. Вам нужно просто найти перевозчиков, которые вам точно вывезут его на Amazon склада. Сделать вам это под ключ, по условиям DTP, с растаможкой, со всем. И там, возможно, будут нюансы. Тут, тут больше сложности с перевозкой. Вот, потому что Беларусь там в черном списке. Амазона. И вам нужно еще сначала аккаунт открыть. Там тоже есть свои нюансы. Вам нужно компанию открывать в США обязательно. Счет ехать в Польшу, например, открывать. То есть, в принципе, в принципе решение есть. Чем отличается регистрация торговой марки в Канаде и в США? Не подскажу вам. Я в Канаде не регистрировал, Дмитрий, пока еще. Поэтому не подскажу. Напишите, пожалуйста, надежный VP-сервис. Азат. Ну, я пользуюсь Hostions. Ну, блин, кому-то заходит, кому-то нет. Вот я вам напишу сюда. Hostions. Я там беру пакет, по-моему, за 16 или за 18 долларов. Но скажу честно, кому-то подходит, кому-то нет. То есть у кого-то у меня нормально работа, у кого-то медленно работа. У меня есть ребята, кто жаловались на него. Я сказал, ну, тут, понимаете, еще зависит от локации, где вы находитесь. К сожалению, в США очень много плохих, хороших VPN, VPS-сервисов, -сервис, извините. Я многие пробовал, многие пробовал, и, к сожалению, не нашел того идеального. с более-менее, но тоже есть свои моменты. Чем можно работать в одну рекламную кампанию на два листинга? Да, можно, Анастасия, можно. Также вопрос, можно ли провести платную консультацию с вами, когда вопросы соберутся, если, конечно же, вам получится на них ответить? Да, есть, конечно, такой вариант. Друзья, вот, кстати, на сайте. А... Сейчас секунду. А вот на сайте можно есть консультации вот в разделе "Сервисы". Можете оставить заявку на консультацию со мной. Поэтому без проблем. Если какие-то есть вопросы там, по курсу, у меня тоже есть вот, вот 15-10 минут на консультацию. Ставьте заявку в самом низу. Вот. Можете оставить, и я с вами свяжусь в Телеграме и там обсудим. Распро... Э, распространяется ли торговая марка за... зарегистрирована в США на Канаду? Дмитрий, по-моему. Ну, не знаю, точно не подскажу вам. Не подскажу вам, точно. Не буду говорить. У меня есть ребята, кто продает и в Канаде. Я пока в Канаду не заходил, но я могу у них спросить. Хорошо, спасибо большое за ответ. По-моему, должно распространяться, но ну, не факт. Лучше проходить регистрацию, а потом заказывать продукт или наоборот, если пока доедет продукт, аккаунт уже заблокирует из-за неактивности. Да, смотрите, да, там есть такая штука на Амазоне, когда через три месяца нет активности, то а, а, Amazon попросит дополнительную верификацию. Это не бан, это дополнительная верификация. А что там нужно будет загрузить? Там нужно будет паспорт и выписку, все. Как правило, это очень простенькая регистрация, там он не придирается сильно. Загрузите ту же самую выписку, что вы при регистрации загружали, только свежую, ну и фото паспорта, все. Поэтому, ну, честно скажу, скажу вам, нет смысла тянуть. Вы можете хоть сейчас открыть Amazon аккаунт Поэтому спасибо за, за вебинар, спасибо и вам за комментарий. Если не проживаешь в США, то налоги платить э, там или в своей стране проживания? А, смотрите, вы платите в США. Если у вас компания в США, то вы платите в США. По налогам в своей стране вам нужно тоже уточнить. Это уже у ваших локальных там, бухгалтеров. Да, друзья, запись будет, запись будет. Так, по-моему, еще какой-то вопрос пропустил там. Да, можно ли продавать на, вот, с немецким э, ИП на американском Амазоне? По-моему, можно, Валерия, по-моему, можно. Я очень много замечаю на американских э, Амазоне, очень много компаний там с, с Европы, ну, реально замечаю. Друзья, как вам, как вам вебинар? Все, 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 все ли ответил, все ли хорошо? Завтра не забывайте присоединяйтесь. Так, вопросики еще. Если есть буквально, давайте еще буквально 5 минут отвечу на вопросы. Просто очень много было вопросов в начале, сейчас по их поменьше стало. Поэтому вы лучше дублируйте. Я просто вверх не поднимаюсь. Лучше дублируйте мне их. Так, вопрос про налоги. Например, я... Так, стоп. Андрей, для резидентов РФ и Беларуси, кто пока еще не в США, какие действия можно предпринять для пере... переезда? кроме тех, что связаны с э, анализом ниши, поиском продукта, поставщика, сэмплеров и так далее. Не совсем понял, для приезда чего, При, для приезда, Евгений, уточните. Но вам нужно счет в банке просто открыть в другом в зарубежном. Это самое главное. И находиться не на территории этих стран, и все. И тогда вы можете продавать без проблем. Это даже в правилах Амазона написано. Так, Алекса а, пишет, я зараз нахожусь в Испании, есть испанская банковская карточка, но выписки ну, пустые, да, понял. Как лучше сделать, регистрироваться на украинский адрес и монобанк или сразу на испанский? У тебе нету ни там, ни там. Рекомендую на монобанк. На монобанк рекомендую делать. Потому что если вы укажете Европу, вам сразу там, по-моему, ват номер укажет. То есть вам нужна компания в, в Европе. То есть если вы будете указывать там Испанию при регистрации страну, да, вам там сразу автоматом, по-моему, ватт номер попросит. Или это не сразу, может, через какое-то время. Не помню, честно говоря, как там сразу. По-моему, через какое-то время вас попросят указать налоговый номер. Поэтому рекомендую монобанки и спокойно продавать, и не переживать за налоги именно в Европе. То есть можете как физлицо пока поработать, попродавать. Если вы будете в США это делать, конечно. Спасибо за вебинар, как всегда, увлекательность, главная деталь. Спасибо и вам. Спасибо большое. Если можно с немецкими IP, так как будет с регистрацией с торговой марки? Вы можете и на регистрацию на, на, на немецкую тоже сделать. Можно, конечно. Вы можете торговую марку в США зарегистрировать на вашу немецкую компанию. Там немножко другая процедура. Вот, Вам, я рекомендую уже к профессионалам, к специалистам обратиться, кто этим занимается. Занимается регистрацией на э, торговых марках США на зарубежные бизнесы. Вот так, да? К зарубежной компании. То есть так можно делать. Можно про курс подробнее? Скидка есть? Да, Лукас, скидка есть. 100 долларов, скидка тех ребят, кто присоединится вот до конца этой недели. Ну вот вы посмотрели вебинар, да, ставят заявочку, присоединяться, скидка есть. Поэтому оставляйте свои заявочки. Вкратце давайте еще быстро покажу, где заявку оставить. Вот вы заходите на сайт vasilenko.school, опускаетесь все ниже, и вот есть пакет, который я вам рассказывал, нажимаете «Выбирать», укажите имя, телефон, email, и, пожалуйста, телеграм, никнейм, потому что я связываюсь с вами по телеграмму, как правило, я вам напишу. Если у вас есть какие-то вопросы, мы еще с вами обсудим, если надо будет, созвонимся, обсудим, ну и дальше там я вам сориентирую. Так, есть ответ на вопрос про доходы в США, если банк в Канаде, пожалуйста. Так, Григорий, пропустил, наверное, ваш вопрос. Прошу прощения. Тут просто немножко неудобно читать. Так, можете еще раз продублировать, что именно. Есть ответ на вопрос про доходы в США, если банк в Канаде, пожалуйста. Так, ну смотрите, если вы продаете в США, вам, вам нужен, вы там счет укажете банка США, например, там Vice или Pioneer или Mercury. Что вы про банк Канад имеете в виду? Напишите, пожалуйста. Если я зарегистрирую компанию в Канаде, продавать на Amazon в США не будет проблем. Дмитрий, не должно быть проблем. Вы можете там через Америка, канадскую компанию тоже продавать в США. Не должно быть проблем. Я долгое сам время проживал в Канаде, сейчас уже не в Канаде, поэтому, поэтому понимаю, о чем вы говорите. А можно ли находясь в Германию указать страну как Украина и выводить деньги туда для теста, так как я еще новичок? Если у вас есть выписка, выписка с украинского банка, тогда можете. То есть вы когда открываете аккаунт, помните мы указываем, вы указываете страну, location, Ukraine, дальше вы указываете имя фамилию. Паспорт свой, дата рождения, адрес, который выписки Украинского банка. Потом загружайте паспорт э, с конкопией или фото за гран и выписку с этого банка. Все. Не планируете ли сделать инвестирование в свою деятельность с, последней, с последующей выплаты процент? Это очень хорошее, интересное предложение, Валентин. Я знаю, что многих кто-то занимается. Честно говоря, не думал пока об этом. У меня сейчас свой проект, который я запускаю на YouTube, да, где ре реалити проект, который я вам показываю. Пока мне вот акцент на него. Нужно все максимально, все классно сделать. Ну, вот. Поэтому и, и, хочу это все показать вам, да, каждый этап. Поэтому пока еще не думал то, что вы пишете. Но я знаю, что кто-то так делает. Пока еще этим не занимался. Расскажите, пожалуйста, про ITIN, когда он нужен. Смотрите, ITIN, он нужен обычно при отчетности, то есть налоговый номер на физлицо. Вот. Как правило, нужен второй год, когда первый отчет можно подать без него, вроде бы как. Ну, я подавал первый отчет без него. Вот, бухгалтера подавали, но на второй отчет, на второй год уже он нужен точно. Точно нужно получать. Через этот сайт без вы не сделать ITIN. Это нужно будет уже через бухгалтеров делать. Так, друзья, давайте еще буквально ну, 3 минуты до половины и все. А, и завтра мы продолжим. Не забывайте, завтра, друзья, ссылочку ссылочку на завтрашнюю трансляцию уже есть у меня в YouTube. Там уже она, запланированная трансляция, вкладка трансляции. И я еще продублирую в Телеграм-чат и продублирую на почту, если у вас есть почта. Вы подписаны. If you open account in online banks. Do you need to pay monthly for maintenance while you are not trading? Uh, Хамид спрашивает, если вы открыли счет в этих онлайн-банках, нужно ли платить какую-то ежемесячную им комиссию? Нет, Хамид, вообще ничего не нужно платить, бесплатно там все. Вот, поэтому не переживайте, можете открыть уже. Если есть друзья в Америке, задавать, и, и задавать их адрес при регистрации. Uh, у них будут какие-то проблемы, либо сложности. Нет, Валерия, не переживайте, вообще никаких проблем не будет. Только что им будут какие-то письма приходить и все. Больше никаких проблем не будет. То есть, в принципе, говорю, это идеальный вариант. Если у вас есть вариан вариант uh, друзей, кто вам даст адрес, а вам нужно платить по 30 долларов в месяц, то я считаю, что это лучше всего. То есть, у них никаких проблем вообще не будет, вообще, слово совсем. И им ничего делать не надо. То есть они получат какую-то документацию, просто чтобы они сказали, вот там, Валерия, смотрите, я там получили документацию, вам надо, не надо, все, вы там скажете, оставить или выбросите, и все. Поэтому, в принципе, вот так вот. Так, друзья, всем спасибо большое, кто был сегодня. Блин, молодцы такие все, у нас было очень много сегодня, сам в шоке. А, завтра мы увидимся с вами а, в это же время, 18.00 по Киеву, 11.00 по Майами, получается, в Ютубе. Ссылочка есть уже, трансляция есть. Я еще вам э, напишу, э, продублирую еще в телеграм-группе эту ссылочку. Ну, вот. Давайте я тут небольшое видео сниму. Все, всем спасибо. Если кому-то не ответил на вопрос, прошу прощения, э, продублируйте мне завтра. Хорошо? Все, всем хорошего дня и до завтра. Все, всем пока-пока.